Afternoon, ladies and gentlemen. We're about to start. Добрый день, господа. Пора начинать нам последнюю нашу часть форума. Рассаживайтесь, пожалуйста. Thank you very much. Спасибо большое. Еще полминутки подождем. Thank you very much. Спасибо большое. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Уважаемые гости, дамы и господа, приветствую вас на последнем заседании, запланированном в программе форума. Справа от меня сидят госпожа Ли Сантамур, которая возглавляет многостороннюю консультативную группу форума. Справа господин Фабрицио Хусайт, который возглавляет исполнительный секретариат Генсек ООН. Далее посол Давид Мартинон, сопредседатель от принимающей стороны Франции. И господин Пьер Бонис, сопредседатель французского оргкомитета многостороннего. Эта наша секция будет поделена на три части. Сначала краткое вступительное замечание сделают председатели и представители принимающей страны. Затем будет открыт микрофон для зала. Видите, с обеих сторон у нас имеются микрофоны, и можно будет выступать. И затем будем мы слушать заключительные выступления от представителей сообщества, от представителей ООН также. Ну а теперь, не откладывая в долгий ящик, передаю слово госпоже Сантамур. Спасибо, господин председатель. Хотела бы поблагодарить все сообщество IGF, тех, кто был здесь очно, физически и в онлайне. Спасибо за усилия, приложенные здесь и на протяжении всего года, за межсессионную активность. Это были форумы передовой практики, динамичной коалиции, различные усилия, направленные на подсоединение и подключение следующего миллиарда. 111 национальных, региональных и молодежных инициатив в рамках форума. Все это вписывается в нашу общую экосистему, что чрезвычайно важно. Еще не раз будет возможность у нас обратиться с благодарностью, но мне хотелось бы сейчас уже воспользоваться случаем, поблагодарить организаторов. Потом мы с вами продумаем также и обсудим направление работы на предстоящий год. Времени у нас не очень мало, поэтому комментарии и соображения готовьте. Возможность обеспечить обратную связь у нас очень широкая. Это необходимо, конечно, для того, чтобы форум улучшал свою работу. Но мы попытаемся ответить на следующий вопрос. Что форум и экосистема IGF за истекший год проделала по тематике, которую мы обсуждаем? Потому что выступление – дело очень важно, обратная связь тоже очень важна. Чем конкретнее будут ваши предложения, тем лучше. И если какие-то у вас есть соображения по воркшопам или по другим каким-то темам, пожалуйста, отмечайте их. У нас есть на сайте на нашем также возможность обеспечить такую обратную связь. Но прежде чем передать слово господину Мартинону, хочу поблагодарить ЮНЕСКО за поддержку в проведении форума. ЮНЕСКО – это один из наших партнеров по ВСИО, и мы приветствуем ангажированность этой организации. Хотели бы поприветствовать также и отметить тот факт, что генеральный секретарь МСЭ не смог, к сожалению, принять участие в этом форуме, о чем очень сожалеет. Но мы в скором времени его проинформируем о всем том, что проходило за эти три дня. Но на этом я хотела бы предоставить слово господину Мартинону. Он посол по цифровым проблемам, является сопредседателем от Франции.
Как многим из вас известно, французское правительство и лично Давид Мартинон сделали все для того, чтобы организовать форум, потому что мы практически до последнего не знали, где он пройдет. И предложение Франции было поэтому чрезвычайно ценным для нас. Благодарим также и Швейцарию за то, что они принимали у себя предыдущие форумы, помогли также в организации нынешнего издания. Теперь будем ждать возможности побывать на будущий год в Берлине и благодарим Германию за проявленную инициативу. Конечно, это значит, что мы 3 года подряд остаемся в границах Европы, не преднамеренно, а в силу обстоятельств, и благодаря огромным усилиям 3 соответствующих стран. Но мы высоко ценим сам принцип разнообразия и в нашем форуме, и вообще в интернет-сообществе. Поэтому мы стремимся к обеспечению максимальной представленности разных стран, регионов, обращаемся к представителям разных стран с призывом проявить активность, в свою очередь, тоже. Если мы хотим обеспечить разнообразие, обеспечить ангажированность, то мы должны иметь возможность показать товар лицом, показать наш форум в разных уголках земного шара. На этом у меня все. Посол Мартинон, вам слово. Спасибо большое, Лин. Я со своей стороны хотел бы сначала предоставить слово сопредседателю от гражданского общества Пьеру Банису, который от меня справа сидит. Но сначала я все-таки от нашего общего имени поблагодарю Лин Сантамур. Спасибо за ее упорство, за непреложную поддержку, за опыт, за страстное отношение к делу, за ее приверженность делу форума управления интернетом. Действительно, каждое утро она начинала с действий, которые направлены были на успешное проведение форума. Так что Лин Сантамур, вы знаете, вполне очевидно, что Франция принимает вас распростертыми объятиями. Сент-Амур – это одно из лучших вин региона Божоле. Не мог удержаться я от того, чтобы поделиться с вами этой информацией. Так что это одно из лучших наших вин. Так что Лин здесь самое место. Спасибо большое, Лин. Спасибо всему секретариату IGF. Ну а теперь слово Пьеру Банису. Большое спасибо, Давид. Дамы и господа. Подходит к концу 13-й форум об управлении интернетом, но пока еще мы не подвели последнюю черту. Люди привычные знают, что последняя секция, последнее заседание, где подводятся итоги, обычно бывает очень интересной и богатой. Речь идет о том, какие уроки можно извлечь из того, что делалось за истекшие 3 интенсивных дня. Мы с Давидом можем констатировать, что Парижский форум по управлению интернетом, может быть, отметит историю форума по ряду причин. Во-первых, очень широкое количество участников, более 3000 участников, очень разнообразный состав участников. Кроме того, на самом высоком уровне системы ООН и принимающей страны внимание было уделено форуму. Это беспрецедентное вообще явление в истории нашего форума. Ну и, наконец, все заинтересованные стороны еще более активно готовы искать консенсуса по поводу решения все новых и новых проблем, которые ставят перед нами развитие интернета, развитие мира. Открываются перед нами при этом огромные возможности информационного общества. Я лично горжусь возможностью, которая была мне предоставлена, принять участие наряду с ЮНЕСКО в организации. Большое спасибо Саше Рубель и Юдит Вензален, которые работали порой в очень непростых условиях для того, чтобы обеспечить надлежащий прием всем вам.
Ну, из-за меня в основном трудности возникали, так что прошу сотрудников ЮНЕСКО меня извинить за такую жесткость. Иногда приходилось мне действовать весьма нелицеприятно, но мне было очень приятно с вами работать. Мы считаем, что такой многосторонний подход может быть справедливым и эффективным. Не только справедливым, но и эффективным. Поэтому и было мне поручено обеспечить логистику вот этого вот мультистейкхолдеризма. Только так можно обеспечить эффективность такого подхода. Я хотела бы поблагодарить всех тех людей и организации, кто участвовал в подготовке с утра до вечера, а то и до ночи, которые не жалели сил для того, чтобы обеспечить вам надлежащий прием, для того, чтобы все общими силами мы могли бы найти решение для проблем интернета в будущем. Хотел бы поблагодарить наших товарищей и друзей из французского гражданского общества и прежде всего из французской главы интернета. Это Николя Шинье. Спасибо большое, Николя. Люсьен Кастекс. Тебя благодарим также. Несколько лет тому назад, 4 года, если не ошибаюсь, была создана организация «Французская глава интернета», жизнь которой вы и обеспечиваете. Французский аналитический центр под названием «Цифровое возрождение» Дженнифер Кретьен. Спасибо большое. Спасибо за работу, которую ты ведешь, не покладая рук. Давид Лакомбледа возглавляет организацию «Вионумерис». Что-то я тебя не вижу. Ты двухметрового роста, но что-то я тебя в зале никак не высмотрю. Спасибо за великолепную поддержку. Хочу также поблагодарить генерального директора Ляфник, который руководит адрес именем .fr. Спасибо большое. Софи Канак. Паскаль Вела. Все сотрудники отдела коммуникации, сотрудники коммерческого отдела также. Спасибо не только за личное участие, за вовлеченность в наше общее дело. Спасибо, что и ты, и твои сотрудники работали действительно с огоньком, очень успешно. Это было залогом наших результатов нашей работы. Еще хотел бы обратиться с особой благодарностью к Лорану Феррали. Знаете, тишина в зале. Почему? Потому что он корсиканец у нас. Как только слышит его фамилию, сразу все замолкают. Из ICANN. Он обеспечил поддержку нам со стороны ICANN. Себастьян Марцели, член совета ICANN. И активист с самого начала истории форума. Маржи Марзум из Оранжа тоже очень активно нам помогал. Спасибо Стефану Ришару также за участие в группе по обсуждению высокого уровня. Спасибо Жан-Пьеру Феррану из агентства по организации мероприятий, которое приняло участие в организации данного форума и которое позволило вам действительно чувствовать себя так комфортно на этом форуме. Пьер, пожалуйста. Ну, а мне остается от имени оргкомитета по сектору техническому и гражданского общества поблагодарить правительство. Приятно всегда бывает расшаркиваться друг перед другом. Спасибо Далиле Ламуни, которая уже многие месяцы посвятила подготовке. Ладжма Бишара помогала ей также. Недиму Крит. Спасибо Лорано Стефанини также и постоянному представительству Франции при ЮНЕСКО, которая очень нам тоже помогла в организации. И команде, которая действительно была в самом центре всего этого мероприятия. Представители
публичных агентств, Жан-Пьер Астольфи, генеральный секретарь Совета по аудиовизуальным средствам, Мари Леруа, спасибо Антуану Санбару из Ларсеп. Спасибо всем за поддержку и помощь. Ну вот, всех мы, я думаю, поблагодарили. Многие из этих людей, перечисленных нами, открывали для себя форум по управлению интернетом. Во всяком случае, они сделали все для того, чтобы обеспечить вам наилучший прием. Надеюсь, что они в этом преуспели и что им самим было очень приятно работать. Спасибо, спасибо всем, кого мы только что назвали, и тех, кто, может быть, не был персонально назван. А я хотела бы от нашего общего имени поблагодарить тех волонтеров, которые проделали просто гигантскую работу за эти 4 дня. Мы им многим обязаны. Надеюсь, что вам всем было приятно принимать участие в этом мероприятии. Для нас было очень важно, жизненно необходимо иметь возможность опираться на вас и в части логистики, в части подготовки итоговых документов по организации мероприятий. Вас было очень много. Так много, что мы, конечно, всех не станем перечислять, все институты, все вузы, университеты, из которых вы к нам сюда прибыли. Наверняка кого-нибудь пропустим. Спасибо за то, что вы обеспечили волонтерскому движению достойное место в экосистеме IGF. Ну, у нас еще есть немножко времени, как у страны-организатора. Я им воспользуюсь и злоупотреблю. Хотел бы предоставить слово двум представителям цифровой экосистемы Франции. Они заслуживают такого права. Это два лидера, два предпринимателя. Они принимали участие в дискуссиях, и они воплощают те предложения, идеи, решения, ценности, которые мы попытались высветить за эти 3 дня. Хотел бы пригласить к микрофону Александра Запольского, основателя организации Линагора. Он входит в Национальный совет по цифровым технологиям и с давних пор продвигает идею открытых, бесплатных софтов во Франции и в Европе. Александр, пожалуйста. Ваше превосходительство, господин посол, дорогой Давид, дамы и господа, для меня огромная честь выступать перед вами от своего имени и от имени моей компании, принимать участие в церемонии закрытия форума. Хочу поблагодарить посла Мартинона, а также президента французского оргкомитета многосторонних участников Пьера Бониса. Мы разделяем ценности, которые являются вашими ценностями. Мы верим в благие стороны открытого свободного интернета, который является для нас гарантией непреложной, нейтрального интернета. Нейтральность сети часто становится предметом нападок. Говорят о том, что эту нейтральность обеспечивать нельзя. Все это идет на пользу гигантам. Мы не хотели бы, чтобы интернет превратился в гафа-минитель, чтобы он превратился в сеть, в которой будут циркулировать и предлагаться лишь коммерческие услуги. Мы считаем, что не все должно становиться предметом купли-продажи. Интернет не должен стать просто площадкой торговой, на которой продается время и данные. Это не наша модель, не наша культура, не наше общество. Мы также не считаем, что одно государство, каким бы мощным оно ни было, может быть единственным гарантом эмансипации свободы своих граждан. Мы верим в третий цифровой путь, основанный на демократических принципах, принципах эмансипации, расширения прав и возможностей. Это принципы, носителями которых Франция является со времен просветителей. Мы разделяем эти ценности со многими другими странами, как в Европе, так и за пределами нашего континента. И основными
среди этих ценностей являются этика и соблюдение права, уважение к праву на частную жизнь. Перед нами стоит очень непростая проблема, которую решать нам нужно сообща, как государственным органам, так и гражданскому обществу, для того, чтобы сохранить дух и принцип интернета. Открытый и свободный интернет, который позволит всем и каждому на равных существовать в этом цифровом пространстве, мыслить в цифровом пространстве, действовать в цифровом пространстве. Мы должны сохранить это общее благо человечества. Это вызов, который бросает время нашему поколению. На нас лежит огромная ответственность. Когда я говорю «мы», я имею в виду тех, кто создает и развивает сеть. И именно этим я занимаюсь с моей компанией «Линагора» уже многие годы. И все программные обеспечения, которые мы готовим, они свободные и бесплатные. Свободные, как слово в слове «свобода», и бесплатные, как бесплатное пиво. Мы считаем, что это наши общие ценности, и они должны принадлежать всем и каждому. И когда я говорю об успехе моей компании, то я думаю не о деньгах и не о прибылях, а о результатах, а именно дать доступ всем и каждому к инновационным технологиям, к инновациям, в особенности в развивающихся странах. Когда я вижу, что эта цель достигается, я счастлив. Я мог бы часами выступать перед вами по теме инклюзивность цифровая или обучение цифровым технологиям, но времени, к сожалению, у меня нет, я это сознаю. И скажу лишь еще раз, что для меня было огромной честью и радостью принимать участие в этом форуме, видеть всех вас, работать с вами плечо к плечу. И давайте сделаем так, дорогие друзья, чтобы наш интернет сохранял все свои прелести. Давайте сделаем так, чтобы интернет был нашим общим достоянием навсегда. Эрик Леандри, основатель компании Конт. Эрик тоже один из лидеров французской цифровой экосистемы. Его модель также заключает в себя наши общие ценности. Квант – это альтернативная поисковая система, которая была совместима с GDPR еще до создания GDPR. Спасибо за то, что Квант и я лично был приглашен сюда на ваш форум. Уважаемые господа, для меня высокая честь выступать перед вами сегодня в день закрытия 13-го форума по управлению интернетом. Это честь для меня особая, поскольку в этом году форум проходит в ЮНЕСКО, в организации мировой, задача которой обеспечить соблюдение прав человека и норм международного права. На протяжении 3 лет мы обсуждали то, каким образом можно сохранить природу интернета как площадки обмена между людьми и культурами. Необходимо не допустить эксцессов, которые являются угрозой для всего нашего общества. Вспомним теракт 13 ноября, который заставляет нас задуматься над необходимостью диалога между людьми. Это наша общая ответственность. Когда я закладывал первые основы поисковика нашего, это был год, когда Совбез ООН принимал руководящие принципы для компании по правам человека. Они касаются всех субъектов экономической деятельности, в том числе и в нашей отрасли. Мы обязаны соблюдать основные права человека в нашей работе, в любых ее проявлениях. И мы всегда ориентировались именно на этот подход. Мы считали, что чрезвычайно важно защищать интересы интернавтов, прежде всего право на частную жизнь. И то, как мы замышляем и как мы разрабатываем
наши продукты. Уже в этом, на этой стадии мы закладываем принципы прав человека. Один из принципов – отказ от сбора информации о пользователях. Это обеспечивает нейтральный характер данных, который не ведет к радикализации пользователей, который не замыкает их в своем собственном кругу, которая позволяет в полной мере использовать потенциал интернета. И мы считаем, что нужно эту модель не насаждать, а всячески пиарить, потому что именно в такой форме интернет обеспечит устойчивое развитие и обеспечение наших прав и свобод. И не придется тогда нам отказываться от ценностей наших. Не допустим тогда мы, что интернет будет помогать влезать в нашу частную жизнь, пользоваться нашими данными. Мы понимаем, что нельзя гасить разгорающиеся пожары и разжигать их одной рукой, другой рукой разжигать их. Индивидуальные данные, интимные данные защищать с одной стороны, с другой стороны содействовать распространению контента, который разжигает ненависть и человеконенавистничество. Нужно выйти из этой дихотомии. Наша задача – сохранить нашу экосистему, будущее нашей планеты. Об этом мы говорим, когда речь идет об экосистемах в прямом смысле слова, в реальном мире, когда речь идет о природе, окружающей среде, тоже можно сказать и о цифровой среде. Но необходимо при этом, чтобы пользователи интернета могли располагать широким спектром возможных инструментов, с одной стороны, с другой стороны, чтобы возможность пользоваться интернетом регулировалась бы. Сегодня свобода под угрозой со стороны монополий и олигополий, набравших огромную мощь. Президент Макрон в понедельник четко и ясно заявил, мы должны отойти от фальшивой альтернативы, открытый или закрытый интернет, калифорнийский или китайский интернет. Есть третий путь, и мы говорим об этом во всеуслышание. Необходимо, чтобы принимаемые нормы были справедливы для всех и приемлемы для всех. Это позволит бороться против монополий, которые тормозят развитие устойчивого интернета, которые ограничивают возможность выбора услуг в интернете для пользователей. Потому что в конечном итоге именно граждане, выбирая тот интернет, который им по душе, добьются решения. Американцы нам нужны, китайцы нам нужны, Россия нам нужна, нужна Африка, нужна Индия, нужна Южная Америка, нужна вся Азия, нужна Европа. Все пять континентов нам нужны, даже шесть, если хотите. Нам нужна и Организация Объединенных Наций. Нам как никогда необходимо делать все для того, чтобы интернет смог стать защищенной сетью и, главным образом, нейтральной сетью для всех и навсегда. Спасибо. Thank you very much. Большое спасибо. Ну а теперь начинаем так называемую секцию открытого микрофона. Есть ли желающие из зала выступить? Если да, то, пожалуйста, подходите к микрофону, вставайте в очередь. У нас и справа, и слева есть по микрофону. Если вы связываетесь с нами через интернет, пользуетесь инструкциями своими и задавайте вопросы через интернет. Будем по очереди слушать ваши вопросы, затем посла Мартинона. Но хотелось бы услышать мнение о сообщества. Будем брать на карандаш ваши вопросы. Это для нас самое важное. Отвечать будем очень лаконично, чтобы побольше мы могли все-таки послушать представителей сообщества, услышать ваши комментарии. По 2 минуты у нас будет времени. Мы хотели бы также, чтобы активно принимали участие наши виртуальные участники.
Называйте, пожалуйста, называйте вашу страну, какую группу вы представляете, и помедленнее под протокол. Спасибо, я из Ганы. Интернет-сообщество. Это первый для меня форум, очень полезный для меня. Я была на паре с секцией, и очень интересные замечания были там сделаны, в частности, по доступу, доступности и инклюзивности цифровой. Интересно очень было для меня услышать слова о включении инвалидов. Нам говорили о доступе к инфраструктурам и о подходящих для пользования инвалидами, использования инвалидами устройств. Необходимо обеспечить возможности равного использования интернета для всех, включая людей с проблемами со здоровьем. Форум отличается междисциплинарным подходом, и это очень важно. Нужно обеспечить полное вовлечение всех групп населения. Это позволит построить интернет доверия, и все смогут действительно в полной мере принимать участие в жизни интернета. Спасибо. Стив Зельцер. Я из Сан-Франциско. Это я впервые на форуме принимаю участие. И как и на других подобных мероприятиях, здесь обсуждались возможности стран на расширение доступа к интернету. Но дело в том, что мы сейчас тратим миллиарды долларов на войны, на вооружение и так далее. А электричество людям дать не можем. То есть здесь дело в том, как расставить приоритеты. Получается, что война для нас приоритетнее, чем энергоснабжение или чем меры, которые позволят тысячам наших граждан получить электричество и подключиться к интернету. Автоматизация, новые технологии, которые будут использоваться в индустрии, роботизация, это тоже тенденции, которые здесь обсуждались, потому что эти технологии изменят реалии на рынке труда, многие люди потеряют работу, и эта проблема особенно остро стоит сегодня в развитых странах, таких как США прежде всего. Так что абсолютно точно нужно решить, что же нам делать с этой проблемой, как быть с рабочими, с рабочим классом, который останется без работы. Это самая настоящая проблема. Но не только, кстати, для развитых стран, также для развивающихся. Я надеюсь, что на следующем форуме это будет обсуждаться. Далее. В Сан-Франциско сейчас очень много говорят о тех проблемах, которые заботят всю Калифорнию на самом деле. Это, например, лесные пожары, это окружающая среда, изменение климата. Это тоже очень важная проблема, потому что мы вот с вами пытаемся построить новый мир, но мы не можем сделать это в вакууме или в отрыве от других стран, других игроков. Потому что, да, вот в Калифорнии у нас сейчас проблемы с окружающей средой, лесные пожары у нас, но подобные проблемы существуют ведь и в других странах, и все это является частью одного большого вызова, который стоит перед нами на глобальном уровне, изменение климата. Так что нам нужно абсолютно точно исповедовать здесь глобальную точку зрения, то есть глобальный подход применять вот к тем проблемам, которые мы решаем. Потому что иначе мы и дальше будем страдать от подобных явлений, как, например, лесные пожары в Калифорнии. И, вернувшись в Калифорнию, я, например, вынужден буду в маске везде ходить, потому что дышать уже нечем. Мы на прошлом форуме очень интенсивно обсуждали то, каким образом с помощью сотрудничества решить проблемы, стоящие сегодня перед нами. И недавно была сделана публикация по этой теме, и хочу сегодня вкратце рассказать о том, о чем там говорилось, какие-то ключевые аспекты упомянуть из этой публикации. Нам нужен более проактивный подход, и в связи с этим нам, возможно, стоит как-то посодействовать более эффективной работе между сессиями форума.
Это с одной стороны. С другой стороны, мы вот здесь обсуждаем различные процессы онлайн, офлайн. И точно, абсолютно нам нужно работать над решением проблем не только онлайн, но и офлайн также. Ну и кроме того, нам нужно более плотно вовлекать все заинтересованные стороны в работу форума, чтобы они предлагали свои темы для обсуждения, потому что это позволит нам покрыть больший спектр вопросов, интересующих интернет-сообщество. Теперь несколько комментариев по поводу того, как можно улучшить работу форума. Я в 9-м форуме таком принимаю участие за последние 10 лет, так что я уже знаю о том, насколько остро стоят перед нами проблемы. И знаю также, что мы их очень долго обсуждаем, что какие-то идеи касательно того, как решить эти проблемы, появляются, но вот, к сожалению, прогресс все еще очень медленный, так что нам, возможно, необходимо интенсифицировать наши усилия, чтобы лидеры были, которые позволят нам действительно взять быка за рога и решить эти проблемы, сделать больший прогресс. Потому что 10 сессий вот уже прошло, но, к сожалению, ВОЗ ныне там. Ну и нам нужно, чтобы результаты были ощутимыми. Конкретные результаты, потому что мы вот обсуждаем различные решения, но опять же нужно, может быть, больше конкретики. Но в любом случае нужно, чтобы на форуме вырабатывалось понимание того, куда нам стоит продвигаться в ближайшие годы, в каком направлении стоит двигаться. Спасибо. Я из делегации Кубы. Большое спасибо за возможность принять участие в этом форуме, который посвящен таким важным вопросам. Вопросам, которые важны с точки зрения развития наших экономик, наших народов, решения социально-экономических проблем. Вопросы, связанные с интернетом, имеют непреложное значение для граждан всего мира. И в то же время уважение прав, этика, инновации, развитие интернета. Это вот тоже те аспекты, которые необходимо обсуждать и учитывать тем, кто разрабатывает политику в отношении новых технологий. Еще раз спасибо большое за организацию форума, за возможность высказаться. Нам необходимо такое управление, которое было бы демократичным, партиципативным, которое опиралось бы на многосторонний подход и на устав ООН. Также важно, чтобы в этом процессе могли принять участие все желающие, все те, кто может внести хотя бы хоть какой-нибудь полезный вклад в него. Коммуникации и коммуникационные и информационные технологии в любом случае должны быть сфокусированы, ориентированы на человека и должны учитывать аспекты, связанные с развитием. Так что правительствам, гражданскому обществу и частному сектору предстоит еще немало сделать для того, чтобы новые технологии не использовались в чьих-то узких, узкокорыстных интересах, чтобы они не использовались для продвижения радикальных, экстремистских идей и не служили разжиганию розни и не приводили к возникновению конфликтов. Большое спасибо. Хочу напомнить вам, что наша сессия переводится на 6 официальных языков ООН, так что вы можете пользоваться переводом, когда вам это необходимо. Меня зовут Рената. Я из интернет-сообщества. И я рада возможности принять участие в форуме. Рада возможности, во-первых, побеседовать и обсудить эти проблемы с теми, кого уже давно знаю, как Лин, например. Ну, также встретиться с теми экспертами, с которыми я была незнакома, несмотря на их авторитет, несмотря на то, что они являются авторами различных публикаций, пресс-релизов и так далее. И хочу поблагодарить всех тех, с кем я смогла здесь встретиться, обсудить насущные вопросы, за их
готовность делиться своим опытом. И вот хочу еще сказать вот о чем. Карибский регион во многом выпадал из процесса, связанных с обсуждением интернет-проблем. Нужно каждому региону дать такую возможность. Всем желающим принять участие в этой дискуссии, даже отдельным гражданам, простым людям тоже очень важно дать доступ к нашей сессии, чтобы они знали, о чем мы тут говорим, что мы обсуждаем. И также сегодня я знаю, что сегодня бывший представитель конституционной группы Майк Нельсон представлял свой доклад, и очень хорошо, что это не единственный доклад, который здесь был представлен, обсуждался, и вообще сессия очень полезна. Большое вам спасибо за это. Большое спасибо за возможность выступить из Georgia Tech. Благодарю французское правительство за проведение этого форума. Форум прошел на самом высочайшем уровне, все было прекрасно организовано. Ну, а теперь зачитаю свое заявление. Управление интернетом. Вот мне кажется, что наша сессия недостаточное внимание этому вопросу уделила, потому что едва ли несколько сессий было, где об этом говорилось. То есть именно о вопросах управления интернетом. Хотя, в принципе, форум посвящается именно этому. И, по идее, он должен содействовать поиску решений проблем, которые существуют в этой области. Мы должны проследить за тем, чтобы интернет был глобальным, доступным, бесплатным. Это я говорю не о том, не потому, что хочу напомнить форуму о его мандате, а просто чтобы напомнить, почему мы здесь. Мы здесь для того, чтобы защитить ценности интернета. Поэтому хочу порекомендовать следующее консультативной группе. Лучше представлять наши интересы в процессе принятия решений по повестке дня форума и сделать так, чтобы эта повестка дня учитывала наши интересы и наш вклад. И потому что именно поэтому мы здесь. Представители молодежи, молодежь, собственно, блокчейн, искусственный интеллект. Это, конечно же, очень важные вопросы, но еще важнее то, как управлять всем этим. И мы здесь именно для того, чтобы обсудить это. Правительство, частный сектор, широкая общественность. Мы здесь в том числе для того, чтобы говорить с их представителями. Понятно, что форум, в принципе, рассчитан на то, чтобы задействовать все заинтересованные стороны, их всех вовлечь и обеспечить платформу для дискуссий, но, знаете, у меня иногда складывается впечатление, что не получается у нас сделать именно это. Мы сюда приезжаем, а встретиться с теми, кто принимает решения, или встретиться, поговорить с руководителями компаний, просто у нас нет такой возможности здесь. Спасибо. Если у нас желающие задать вопрос из дистанционного доступа, как нам поступить? Сейчас их вопросы выслушать или попозже? Секундочку. Да, гудочки такие многообещающие, многозначительные. Может быть, что-нибудь и получится. Ну, пока ждем, давайте еще один вопрос выслушаем. Один Батакотта меня зовут, я из Индии. Спасибо за возможность выступить. Ну, наверное, я должен прежде всего поблагодарить ООН за этот форум, поблагодарить Францию за организацию этого форума, его проведение. Для меня это был прекрасный опыт. Я всегда полагал, что человечество сейчас переживает очень интересный момент в своей истории. И события последних нескольких дней убедили меня еще раз в том, что технологии во многом содействуют этому, создают новые возможности. В то же время распространение технологий, автоматизация могут привести к тому, что люди потеряют работу, причем произойдет это
массово. Так что я надеюсь, что на следующем форуме в Германии, в следующем году, будут обсуждаться не только вопросы того, как извлечь выгоду из новых технологий, как вывести производительность за счет этих технологий, но также и будут обсуждаться общечеловеческие вопросы. Те вопросы, которые беспокоят обычных граждан наших стран. Интересно будет, например, то, какие последствия будут иметь новые технологии для различных отраслей, потому что, по прогнозам, в Индии 70% рабочих мест исчезнут за счет технологий. У нас многомиллиардное население, так что для нас это будет большой проблемой. Так что вот со стороны, от имени Индии могу вот такие пожелания озвучить. Большое спасибо заранее, если вы их учтете. Спасибо. Еще раз я вот сверяюсь с нашей онлайн-очередью, что там у нас происходит. Готовы? Помашите мне рукой просто, когда будете готовы. Ну, а мы вновь возвращаемся в зал. Добрый день, меня зовут Флоренс Безновский. Я представительница НПО «Интернет без границ». Работаю в Бразилии. Хотела бы вернуться к выступлению президента Макрона. Потому что здесь об этом много говорят. И действительно, очень было интересное выступление, содержательное. И мы видим, каковы намерения, собственно, президента в этой области. Весьма информативное выступление. Но вот о чем я хочу сказать в этой связи. Конечно же, важно обращать повышенное внимание на регулирование интернета, в особенности в демократических державах. Потому что иначе может получиться так, что интернет будет находиться под контролем каких-то узких групп или только политиков. И вот в этой связи есть опасность того, что интернет станет своего рода козлом отпущения. Его обвинят во всех смертных грехах, в том, что он приносит только один негатив, служит распространению ненависти, сеянию розни и так далее. Тем более мы видим сейчас рост антидемократических, фашистских, националистских настроений. И не в последнюю очередь это происходит и посредством интернета, и из-за интернета, и благодаря интернету. К тому же новые технологии имеют определенные негативные последствия для, например, ситуации с рабочими местами. То есть интернет и из-за всего этого могут начать регулировать чрезмерно жестко. Ну, вот президент Макрон говорит нам о ценностях, о том, что нужно защищать наши ценности, наши идеи через интернет. Я думаю, что делать это как раз именно через интернет может быть опасным. То, что мы говорим здесь о нейтральности интернета, и к чему должна применяться эта нейтральность, к данным или к контенту. Так что вот это нужно помнить при обсуждении этих идей и ценностей. Теперь по поводу парижского призыва касательно безопасности, доверия в интернете. Тут необходимо больше сотрудничества между государствами для того, чтобы это стало возможным. Однако регулирование и безопасность данных идут рука об руку со слежкой государственной. С необходимостью защитить анонимность в интернете и сохранение кодированных сообщений. И если мы все это не будем учитывать, то это чревато будет с значительными трудностями. Я хочу поблагодарить французское правительство за проведение форума на высочайшем уровне, также и НДСА благодарю за их вклад в проведение форума. Я выслушала комментарии из зала и подумала, что могу тоже выступить по поводу тематических сессий, в частности, тематических сессий, которые пройдут в будущем году.
Важно, чтобы у всех желающих имелась возможность внести вклад в эти сессии, озвучить свою точку зрения по проблемам, которые там обсуждаются, в том числе и онлайн. И мы сейчас оцениваем результаты форума. И делаем все это в контексте укрепления доверия к интернету. Это общая тема нашего форума. В связи с чем понятно, что сегодня доверие утрачивается, есть угроза этому доверию. Люди боятся, начинают бояться интернета, поскольку действительно его использование приводит к некоторым негативным явлениям. Ну, а другие, наоборот, говорят о том, что интернет это прекрасно, никаких проблем нет. То есть получается две диаметральные противоположные точки зрения. С одной стороны, калифорнийский интернет, с другой стороны, китайский интернет. В этом контексте глобальное сообщество, на мой взгляд, должно все-таки прийти к какому-то общему знаменателю и выработать общий набор ценностей. Такие ценности должны у нас быть, под которыми все будут готовы подписаться, потому что это значительно посодействует международному сотрудничеству в сфере интернета и укреплению доверия к интернету. Спасибо, Сала. Ну а теперь у нас будет участник дистанционный, наверное, да? Нет, ну давайте тогда еще раз из зала вопрос возьмем. Да, комментарий озвучил господин Харманапури. Зачитываю. Форум 2019 года пройдет в Германии в следующем году, и в этой связи очень важно сделать так, чтобы у всех желающих была возможность принять участие в таком форуме дистанционно, задать вопросы, высказать свои соображения, как, собственно, это происходит в отношении других конференций, организованных под эгидой ООН. Большое спасибо. Да, мы стараемся выступать именно в этом ключе и обеспечили вот такое участие в этом году. Я не знаю, что можно еще сделать, чтобы это все было более эффективным. Да, абсолютно право. И в следующем году, конечно же, мы планируем сделать так, чтобы дистанционное участие также прошло на очень высоком уровне. Я из Бразилии, с коалиции по развитию интернета, хочу зачитать открытое письмо в защиту открытого интернета в Бразилии. По случаю форума по вопросам управления интернетом, который прошел в Париже в ноябре 2018 года, наша сеть хотела бы высказать свою позицию касательно перспектив управления правительства Болсонаро и как это может отразиться на свободе доступа к интернету. Бразилия за последние годы сделала большой прогресс в области вовлечения различных заинтересованных сторон в процесс управления интернетом и решения проблем, которые существуют в этой области. Были приняты законы по защите данных, была разработана политика по расширению доступа к интернету. Это лишь несколько примеров таких достижений. В результате Бразилия заслужила всеобщей похвалы на глобальном уровне, в том, что касается налаживания сотрудничества между государственным и частным сектором. Сбалансированы интересы различных групп общества. Подход очень плюралистичный. Выстроено сотрудничество между всеми заинтересованными странами в соответствии с ключевыми принципами такого сотрудничества, как то открытость и расширение максимального доступа к такому сотрудничеству. Кроме того, в соответствии с законом о защите данных мы стремимся защитить права наших граждан, пользователей интернетом,
Соответствующим образом выстроили и процесс использования и сбора данных государством, с тем, чтобы избежать феномена массового слежения за всеми гражданами. В связи с этим вызывает сожаление тот факт, что нынешний президент республики наложил вето на последнее решение национального ведомства, которое занимается регулированием интернета, что может негативно сказаться на том, как бразильские государственные ведомства собирают и обрабатывают данные граждан. Эти данные могут собираться таким образом, что это фактически поставит под колпак все население Бразилии, под колпак спецслужб. Это все вызывает у нас большое сожаление, потому что это чревато всеобщим повсеместным контролем за гражданами. Необходимо сделать так, чтобы свобода использования интернета и доступа к интернету обеспечивались и далее, и чтобы права граждан были максимально защищены. Важно также сделать так, чтобы институты, которые разрабатывают соответствующую политику в нашей стране, могли выступать гарантами сохранения предыдущих достижений. Важно обеспечить также участие научно-исследовательских институтов, интернет-сообщества в разработку политики, касающейся интернета. В этом контексте коалиция за свободный и открытый интернет осуждает использование интернета для пропаганды и продвижения узких политических интересов, которые мы наблюдали в нашей стране в ходе предвыборной кампании. Имели место значительные нарушения избирательного кодекса нашей страны в рамках этой кампании. Наша коалиция хотела бы с помощью этого письма мобилизовать международную солидарность в интересах защиты гражданских прав граждан Бразилии. Такие антидемократические меры, как те, которые принимаются нашим правительством, недопустимы. Спасибо за внимание. Спасибо. Я прошу всех, кто будет выступать, пожалуйста, соблюдать регламент, иначе мы не сможем выслушать всех желающих выступить. Сусанна Херинг, член исполнительного комитета диалога по интернет-управлению между севером и югом. Но сейчас я выступаю от имени делегатов молодежной делегации на форуме. И также я представляю официальную динамичную коалицию молодежи на форуме. Мы постарались выявить наиболее интересные темы для семинаров, которые проводятся для молодежи, посвященные интернету, собственно. Но и хотели, собственно, принять участие в тех семинарах, которые проводятся по интернет-тематике. И мы обращались к организаторам с просьбой дать нам возможность поучаствовать и сообщали им о тех темах, которые нас могли бы заинтересовать. Но, к сожалению, из 10 семинаров, где мы пытались принять участие, лишь только в двух-трех буквально мы смогли поучаствовать. А некоторые даже вообще нам ничего не ответили. Так что у меня просьба к вам. Давайте уже перейдем от слов к делу. Хватит говорить о молодежи просто так, впустую. И давайте действительно подключать к этой работе молодежь, причем на деле, на практике, потому что молодежь — это прекрасные предприниматели, это новая энергия, новые инициативы. Наша коалиция называется молодежной коалицией, но, может быть, нам стоит сменить название, потому что пока констатируем то, что молодежь попросту списывается со счетов, и она не принимает деятельного участия во всем этом. Это, может быть, было бы даже лучше, если бы мы просто принимали участие в этом форуме, в аналогичных мероприятиях, просто как группа, имеющая определенные интересы, а не как молодежь.
Так что могу выразить сожаление в связи с тем, что подход к вкладу молодежи пока лишь формальный. Это все делается для галочки или для отписки. Это жаль на самом деле, потому что, как здесь уже неоднократно говорилось, нужно объединять усилия, а не просто делать так, чтобы каждый пытался решить свои проблемы в одиночку в своем углу. Нужно преодолевать эту разобщенность. Спасибо. Спасибо, да. Большое спасибо за комментарий. Постараемся непременно все это учесть на следующий год. Бетти Фостер, добрый день. Я из Гваделупы, в Карибском регионе. Представляю цифровое сообщество. Большое спасибо Франции за проведение форума. Впервые участвую в таком форуме. Хотелось бы поделиться с вами следующими соображениями. Мы с Ренатой вот это обсуждали в кафе. Я хотела принять участие в совещании региона Латинская Америка, но там лишь только на испанском все шло. Вы знаете, я была с коллегой, и мы обе говорим по-английски, по-французски, по-креольски, но не по-испански, а там все на испанском было. И мы не смогли принять участие в этой сессии. Очень жаль, на самом деле. Нужно обеспечить возможность для всех тех, кто приезжает на форум, принять участие во всех сессиях. Далее. Многопартнерская модель в интересах кибербезопасности в Африке. Вот такое еще мероприятие прошло. Я там участвовала. Но оказалось, что участники этого мероприятия, организаторы, очень так вот американоцентричные, как бы, и пытаются насадить эту американскую модель, ну, в Африке, на африканском континенте. И получается так, что в Африке половина граждан, африканских граждан говорят на французском, у них абсолютно своя культура, а им пытаются навязать американскую модель или межамериканскую модель, латиноамериканскую. Это неправильный подход. Так что нужно по-другому выстраивать этот процесс и сделать так, чтобы эти консультации приносили какой-то эффект, давали результаты, чтобы это действительно было партнерством. Спасибо. Merci beaucoup. Аня? Большое спасибо, Аня. У нас тут участники онлайн. Спасибо, меня зовут Ларс. Слышно меня? Слышно. Отлично. Меня зовут Лоренс. Я нахожусь в Абудже. Спасибо за возможность действительно отследить происходящее в Париже. И прежде всего хотел бы поблагодарить всех тех, кто организовал это мероприятие, и тех, кто дал возможность обеспечить связь с этой площадкой нам, тем, кто находится вдалеке от Парижа. У нас была возможность действительно поучаствовать виртуально в разных мероприятиях, которые проходят в рамках форума. Спасибо за то, что нам возможность предоставлена поделиться нашими соображениями. Я слушал одну из сессий и узнал одного из участника. Но нам было довольно трудно следить за происходящим из-за языка. Там не по-английски шла работа. Я слышал, что переводы в разных залах имелись, но вот там, где мы участвовали, к сожалению, перевода не было, ничего понятно не было, поэтому это осложняет жизнь тем участникам, которые участвуют виртуально.
Примечание переводчиков – очень плохой звук в кабинах. Очень плохо слышно удаленного участника. Хорошо было бы, чтобы перевод обеспечивался и в других залах также, чтобы можно было нам издалека тоже следить за ходом событий. Спасибо. Спасибо всем тем, кто у нас находится на удаленной площадке. Пожалуйста, следующий наш очный участник. Добрый день. Российская Федерация, представляю академическое сообщество. Мой институт активно работает с нашей администрацией в вопросах интернета. В настоящее время интернет уже вырос из сети специализированных сообществ, военных, ученых, студентов, и является по факту киберкопией нашего мира со всеми недостатками, со всеми достоинствами и всем его разнообразием. И, к сожалению, мы уже не можем оставлять его наедине с собой в надежде на саморегулирование. Мы считаем, что как в нашей реальной жизни у нас есть национальные регулирования и законодательства, у нас есть международные акты, так и здесь, в виртуальной среде, мы должны иметь международную систему управления интернетом. Здесь в начале форума президент Франции высказал такую фразу, что у нас есть два полюса в методах управления – калифорнийская система и китайская система, но мы должны выработать сбалансированную систему управления интернет. В России в данном вопросе управления интернет видит ведущую роль государств, межправительственных организаций, таких как в системе ООН, таких как ЮНЕСКО, таких как Международный союз электросвязи. Мы отмечаем, что государства имеют суверенное право и обязанность защищать персональные данные своих граждан, необходимые процессы устанавливать, как эти данные должны обрабатываться и как они должны видеть свет в общую сеть интернет. Но при этом мы поддерживаем предложение, высказанное здесь, о том, что нам нужен третий путь, что нам необходим сбалансированный путь, не кидаясь в какие-то крайности. На данном форуме, я видел статистику, у нас представлено где-то в районе 100 стран, более 3000 участников, и выслушав все проблемы, все озабоченности, которые различные наши сообщества высказали, я верю, что мы на этой площадке можем найти определенное решение, услышав друг друга. Россия последовательно выступает за создание системы управления и доверия в сети, разработку международных норм, прозрачных и обеспечивающих равноправное управление и соблюдение законности в сети интернет. Также мы верим и выступаем за создание единого международного механизма управления интернет, правила которого должны быть разработаны и одобрены всеми участниками, всеми странами. И отдельное спасибо организаторам, докладчикам и всем участникам за столь разные точки зрения. Это очень полезно. Спасибо. Спасибо. Дерек. Добрый день, Дерек О'Халливан. Всемирный экономический форум. Хочу поблагодарить всех организаторов форума, наших хозяев, также во Франции за организацию этого форума, конечно же, волонтеров также, представителей сообщества, которые вносят свой вклад в нашу дискуссию, а по таким темам, как инклюзивность, интернет вещей и так далее. Несколько недель назад я ознакомился с докладом экспертной группы по изменению климата. И, знаете, почитала его, и мне показалось, что все, что мы делаем, столь незначительно. Нам стоит немедленно переключиться на решение именно этой проблемы. Бросить все, что мы делаем сейчас, и заняться изменением климата. Но вот мы поставили в области борьбы с изменением климата цели определенные. То же самое сделали в отношении цели устойчивого развития. И ведь новые технологии, они нам могут помочь достичь этих целей. Так что это тоже очень важно. И нам предстоит сделать так, чтобы новые технологии служили именно этому. То есть, чтобы они решали больше проблем, чем создают. Я думаю, что мы можем выстроить процесс так, чтобы они делали именно это. Дискуссии были вот у нас по поводу эволюции, развития форума.
Я хочу, во-первых, высказаться в поддержку этого форума. Это очень ценное мероприятие, потому что действительно позволяет укрепить процессы укрепления. Многостороннее партнерство очень важно. И в то же время существуют и другие сети, другие платформы, помимо форума. Они тоже вносят вклад в свою работу, поэтому хочу призвать сообщество вот к чему. Как нам задействовать сильные стороны всех этих сообществ, всех этих партнерств и сетей, и объединить все это, и тем самым крепить наше сотрудничество. Спасибо. Thank you, Derek. Спасибо, Дерек. Еще у нас кто-то из участников удаленных, Аня? Мы вас слышим, пожалуйста. Слышно вас, пожалуйста, можете говорить. Амир Макаба. Очень плохо слышно в кабинах. Я хотел бы добавить кое-что от себя и поблагодарить всех организаторов за проведение этой встречи. У нас у всех есть общая заинтересованность в том, чтобы интернет был, чтобы управление интернетом было открытым, транспарентным, демократичным, этичным. Мы должны добиться того, чтобы система управления цифровым миром не монополизировалась бы. И для этого каждый из нас должен сказать свое слово. Спасибо. Найдел, пожалуйста. Спасибо, ваше превосходительство, господа министры, дамы и господа. 2 года тому назад на форуме я говорила о том, как молодежь может вдохнуть в нас новые идеи, как молодежь может стать оплотом демократии, что молодежь нам нужна для разработки парадигмы управления интернетом. Может быть, это был призыв такой несвоевременный, но совершенно очевидно, молодые люди, молодежь, как их ни описывай, как мы видели, по примеру, коллег из Бразилии, Мексики и многих других стран, как мы видели это сегодня, вчера и позавчера, молодежь среди нас. И молодежь — это будущее интернета. Так что вполне очевидно и нормально говорить о молодежи здесь. В Женеве в прошлом году мы говорили о форуме управления интернетом и о будущем форума. Мы говорили, что необходимо всеми силами сохранить форум, сохранить его стабильность в будущем. Мы беспокоились, что недостаточно стейкхолдеров принимает участие в работе форума с тем, чтобы этот форум действительно стал многосторонним. Ну что ж, беспокоились, и нам удалось избавиться от этого беспокойства. Спасибо Парижу, спасибо Франции, спасибо президентам. Я вот почти уже еще чуть-чуть и заговорю по-французски, но пока не получается. Действительно, это была потрясающая встреча. И действительно, благодаря Франции форум по управлению интернетом вернулся на наши экраны локаторов. Мы слышали выступление президента Макрона, который говорил о том, что много проблем связано с интернетом сегодня. И мы не можем просто разбить всех участников процессов на 3 группы.
заинтересованных сторон, их наверняка больше. Но давайте не будем зацикливаться на этом. Давайте говорить о принципах и ценностях, которые должны лежать в основе интернета, которого мы хотим. Что мы хотим, чтобы это был единый интернет, бесплатный интернет, свободный интернет, к которому имели бы доступ все и каждый, где каждый может выражать свои мнения, может использовать его для обучения, для работы, для того, чтобы внести свою лепту в развитие общества. Где же лучше обсуждать всю эту проблематику, где лучше обсуждать регламенты различные, как не на нашем форуме. Каждая отдельная группа заинтересованных сторон проблему эту не решит. Нужно, чтобы мы общими силами рисовали бы картину будущего того интернета, которого мы хотим. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, будем ждать будущего года и услышим, что вы скажете на будущий год. Спасибо. Меня зовут Халит Ибрагим. Я возглавляю Центр по правам человека моей страны, выступаю от имени Организации гражданского общества от нашего региона Ближнего Востока и Северной Африки. Спасибо всем организаторам этой сессии форума. Для меня это третья сессия. И я вновь отмечаю, что очень слабо представлен наш регион Ближний Восток и Северная Африка. Всего 22 было семинара по цифровой безопасности, по гибербезопасности. Это очень важные темы, но не настолько. У нас в нашем регионе масса хронических проблем, нехватка сетей, нейтральность, доступ, проблемы, связанные со свободой слова в интернете. Из-за закона о киберпреступности некоторые наши коллеги оказались в тюрьме из-за тех постов, которые они публиковали, из-за твитов своих. И я считаю, что права человека должны быть в верхней части повестки форума. Я об этом говорила в прошлом году, повторяю сейчас и надеюсь, что в будущем проблема эта будет решаться, в том числе проблема недостаточной представленности нашего региона. Несколько у нас коллег здесь все-таки собрались, и мы решили все-таки, что нужно что-то с этим делать. Есть другие варианты, может быть, можно провести субфорум такой для региона. Какие-то другие меры, может быть, можно принять, но надо наших людей вовлекать. Нужно нам иметь возможность рассмотреть более внимательно и пристально те проблемы, которые стоят перед нашим регионом. Спасибо. Для нас очень важно участие представителей разных регионов, в том числе и вашего, в частности, в нашей многосторонней консультативной группе. И мы хотели бы, чтобы вы нам помогали также в нашей работе по связям с максимально широкими кругами заинтересованных сторон. Аня, пожалуйста, кто у нас еще в онлайне? Want to come back in a minute? Okay. Well, I mean, just so we're doing a sort of round the rock. Неполадки у нас некоторые. Давайте послушаем следующего очного преступника. Маман Делой, член подготовительного комитета форума. Буду выступать в личном качестве. Я представляю частный сектор, я из Сенегала. Хотел бы поприветствовать усилия секретариата форума, который касается распространения контента на 6 языках Организации Объединенных Наций. Отличная инициатива. Это позволяет действительно высказаться и понять ситуацию всем, позволяет нам двигаться вперед, позволяет даже на других языках создавать контент, не работая через перевод. Это позволит легче распространять информацию, привлекать внимание к проблематике.
Это позволит нам также решать критически важные проблемы, связанные со многоязычием и многосторонними подходами, направленными на обеспечение подлинной инклюзивности. Язык позволяет нам говорить с максимальным количеством участников. Добрый день, Чана. Я представитель молодежи из Азии. Зовут меня Джена. Я представляю наш региональный форум АТР. Я впервые на форуме, и за эти 3 дня я постаралась побывать на максимуме воркшопов. И побывав на некоторых из этих семинаров как представитель молодежи от АТР, я поняла, что очень важно наши вопросы, наши проблемы специфические надо поднимать на форуме, в особенности с точки зрения молодежи. Наш регион очень разнообразный, разношерстный, представлены люди с разным уровнем развития, с разной культурой. И я рада была, что приглашены были представители молодежи на разные воркшопы, и у нас были нужно, чтобы проводились более активно такие воркшопы, на которых могли бы обмениваться опытом молодые люди из разных регионов. С тем, чтобы в конечном итоге преодолеть цифровой разрыв и обеспечить высокую степень инклюзивности в интернете. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо двум последним ораторам также за то, что уложились в регламент. Скоро я закрою микрофон для зала. Нам следует продолжать. Так что, если вы хотите что-то сказать, вставайте в очередь прямо сейчас, потому что в противном случае скоро мы закроем микрофоны. Спасибо за предоставленное слово, Лин. Спасибо правительству Франции за организацию форума. Форум действительно прошел на самом высоком уровне. Это дало нам возможность подготовиться к следующей сессии форума в 2019 году. То, что прошло у нас здесь, вселяет надежды. Спасибо за работу также по подготовке программы конференции совместно с консультативной группой. Я хотел бы начать с выражения благодарности всем участникам, потому что этот многосторонний форум был бы невозможным, если бы каждый из нас не расстарался, не приехал бы сюда и не принял участие. Многие приехали издалека. Для нас такое участие – важный вклад в наше общее дело. Да, извините, забыл представиться. Мигель Кандиа, меня зовут. Я представляю правительство Парагвая, вхожу в многостороннюю консультативную группу. И еще один момент. Когда оглядываешься на прошедшие три дня, то важно помнить о теме, которая была основной сегодня на этой сессии, но нужно перекинуть мостик и к тематике будущей сессии. Думаю, что мы должны подготовить общую тему совместно с системы ООН, общими усилиями многосторонней консультативной группы и форума. Международная консультативная группа вообще очень просто уникальное буквально образование. Мы являемся также интерфейсом с другой инстанцией, которая занимается цифровыми проблемами, а именно группа экспертов, о которой говорил генеральный секретарь. И нужно помнить также о различных группах заинтересованных сторон, в том числе географических группах и в частности, о группе малоостравных развивающихся государств. Спасибо, спасибо за организацию. Всегда очень радостно видеть знакомых и друзей. Жалко, что не все смогли сюда приехать, конечно. Но очень важно обеспечить доступ. Спасибо тем, кто организовал удаленный доступ. Хотел бы сказать несколько слов от себя лично. Сегодня день рождения одного из моих друзей, который находится в настоящее время в тюрьме. Он, наверное, является крестным отцом сообщества блогеров в Египте, но приехать сюда он не смог. Он один из многих
членов этого сообщества, и его бы мы хотели бы услышать в прямом эфире, что называется. Ему мы рады были бы здесь поаплодировать. К сожалению, на сегодняшний день в Палестине, в Египте, в Руанде, во Вьетнаме многие люди попадают в непростые ситуации, те, кто работает в области интернета, и мы не должны о них забывать. Это действительно целая подлинная часть нашего сообщества, которая не имеет возможности участвовать в наших встречах по вине авторитарных режимов. Это конкретные люди, именно о конкретных людях я хотел бы напомнить всем нам. Спасибо большое. Спасибо. Аня, кто у нас там на очереди? Добрый день. Комментарий Альфредо Веласко. Он представляет Федерацию пользователей интернета в Эквадоре. Мы хотели бы, чтобы интернет был в нашем общем распоряжении, постоянно, чтобы это был свободный, надежный, безопасный, открытый интернет. Для того, чтобы интернет был именно таким, необходимо обновлять это пространство. Необходимо, чтобы все имели доступ в интернет. Нужно, чтобы на форуме об управлении интернетом мы видели бы чаще представителей государственных органов. Их часто не бывает ни на международных встречах, ни на национальных, а ведь именно им придется все более и более активно заниматься этой серьезной темой, о которой мы часто забываем, а именно в интересах безопасности недопустимо попирать права. Спасибо большое. Добрый день, Эмин Хусейнов, я из Азербайджана, активист-правозащитник, к сожалению, в изгнании. Мы принимали активное участие с появления форума в его работе. Уверена, что форум призван сыграть важную роль в защите прав и свобод. И происходящее в Азербайджане, я думаю, открывает возможности для развития, в принципе, интернета в нашей стране. Поначалу все обстояло неплохо, но за несколько лет ситуация серьезно ухудшилась. Я выступаю от имени тех, кто сказать за себя не может. Это блогеры, находящиеся в тюрьме или убиты. Ахман Андаров, мой друг, в 2017 году, в апреле, он был убит в тюрьме. Заявили власти, что он покончил с собой. У него даже не было доступа к адвокату. Еще один мой друг, Мехман Хусейнов, мой брат, председатель нашей организации. Он выявил случаи коррупции на высоком уровне. В 2012 году он принимал участие в форуме. Сегодня этот человек находится в тюрьме. Обвинен был по делу о клевете. И спасти его мы не смогли. Арестован он был в марте 2017 года. И действительно был буквально заложником у себя на родине. Это люди, которым требуется проявление солидарности с нашей стороны. И если вы хотите присоединиться к нашей кампании солидарности, у Мехмана 21 ноября день рождения, и мы ведем кампанию Кристоф Делуа, Ребекка Маккина из «Репортеров без границ» к нам присоединились. Присоединяйтесь и вы. И, наконец, Мехман находится за решеткой, потому что осуждал и информировал о коррупции и непотизме в моей стране. Мы призываем ЮНЕСКО прекратить мандат представительницы Азербайджана, которая является послом доброй воли ЮНЕСКО, при этом представляет коррумпированное государство. Мы должны сделать все, дабы не допустить произвола авторитарных режимов. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваша очередь. Добрый вечер.
Госпожа председатель, спасибо за предоставленное слово. Меня зовут Костя Бенсиом, я из Бенина, являюсь заместителем председателя нашего национального форума. У меня два предложения. Первое. По количеству параллельных воркшопов. Очень интересные темы, но, к сожалению, невозможно на всех этих воркшопах побывать. Имеет смысл, может быть, сократить количество этих воркшопов, но продлить их, чтобы они длились больше 1,5 часов, и чтобы был более интерактивный режим работы, чтобы в итоге ведущие подводили бы, извлекали бы уроки из прошедшего, минут на 5-6. Это первое. Второе, относительно управления, понятия управления. Мы слышим все чаще и чаще, что вообще вопрос governance, управления ставится все под вопрос, когда речь заходит о нашем форуме. И я вижу, что те, кто противится этому термину, не совсем неправы. Часто даже трудно на другие языки перевести это понятие. И мы также понимаем, осознаем, что наша тематика скорее касается не управления, а присвоения или чувства вовлеченности. Поэтому, может быть, нужно было бы поменять название. Форум о владении интернетом или форум о чувстве причастности к интернету. Спасибо. Я закрою теперь микрофон, поскольку время не ждет, а нам нужно послушать представителей сообщества. Будет возможность также ваши отклики опубликовать на сайте. Добрый день, Тимар Шиту. Я член консультативной группы от частного сектора. Второй мандат у меня теперь. Спасибо ЮНЕСКО и Франции за организацию форума в этом году в Париже. Очень было приятно побывать здесь. Хотела бы поделиться тремя соображениями короткими. Это соображения, которые родились на базе нашего воркшопа, когда мы говорили о искусственном интеллекте и о возможности использовать искусственный интеллект для обеспечения доступа и для инвалидов. Три месседжа у нас было выработано. Что можно сделать для того, чтобы эти возможности максимизировать для инвалидов благодаря новым технологиям? Искусственный интеллект нужно использовать для распространения информации, для обогащения жизни людей. Нужны частно-государственные партнерства и нужны комплексные единые политические рамки для того, чтобы сквозные темы можно было бы решать комплексно. Сложные новые технологии для инвалидов нужны. Ну, если спросить нас, зачем вы приезжаете на форум, чего вы от него ждете, я думаю, что ответ будет один. Мы приезжаем, чтобы поделиться информацией, услышать информацию от коллег. Мы приезжаем, чтобы налаживать партнерские отношения. Мы здесь для того, чтобы помогать формировать политику, которая даст возможность полностью использовать потенциал, который открывается благодаря новым технологиям. То жду новые возможности поработать в рамках многосторонней консультативной группы, в рамках форума. Нам отрадна модель на базе мультистейкхолдеризма. И успехов всем в предстоящие месяцы. Спасибо. Сейчас мы микрофон откроем следующему стоящему в очереди, но, может быть, кто-то у нас и в онлайне в очереди стоит. Аня, давайте дадим возможность поучаствовать нашим удаленным слушателям. Большое спасибо. Меня зовут Али, я из Гамбии, работаю в представляю гражданское общество. Я был в Мексике в 2016 году, и помните, у нас тогда были капитальные проблемы с подключением к интернету. И вот такие инциденты значительно препятствуют международному сотрудничеству и с другой стороны, важно, чтобы
практика таких организаций, таких масштабных мероприятий, как наш форум, продолжалась, чтобы представители африканских стран вовлекались в работу таких мероприятий более плотно. Потому что у нас в нашей стране, опять же, есть большие трудности с обеспечением всеобщего доступа к интернету, проблемы в плане безопасности в интернете. Теперь по поводу инвестиций. Интернет-данные в такой стране, как моя, имеют определенную стоимость, и, как правило, стоимость это очень высокая. С другой стороны, инфраструктуру расширять тоже надо, так что нам необходимо больше инвестиций в интернет и в таких странах, как наша, прежде всего, с тем, чтобы интернет стал чем-то доступным для всех граждан наших стран. И такой форум, как этот, содействует привлечению внимания к этим проблемам. И отрадно, что такие мероприятия проводятся, дают нам возможность встретиться, поговорить и высказать нашу точку зрения. Спасибо. Самула Семенса, меня зовут, я из Ганы. Добрый день всем. Я президент компании NetBase Africa. Благодарю организаторов за возможность принять участие в форуме. Этот форум первый для меня. В этом году я побывал на сессиях, которые, в общем-то, представляли для меня особый интерес. То есть я изначально выбрал для себя темы, которые я собирался здесь отследить. И спасибо за возможность принять участие в этих сессиях. Ну, вот интересно то, каким образом новые технологии будут влиять на рынки труда. Важно проследить за тем, чтобы они не привели к значительным пертурбациям на рынках труда. Но и вот мы здесь в основном говорим о том, как сделать так, чтобы все люди имели доступ к интернету, но на самом деле я считаю, что форум должен содействовать принятию практических шагов на местах в этом отношении, чтобы была какая-то конкретика. Кроме того, развитие цифровых навыков, которые позволят молодежи или следующим поколением трудоустроиться в новой цифровой среде, в цифровых экономиках. Это также очень важный вопрос. А при этом мы считаем, что вместо того, чтобы постоянно говорить об инклюзивности в общем, необходимо принимать конкретные меры для того, чтобы обеспечить людей трудоустройством с помощью новых технологий. То есть не просто, чтобы они имели доступ к интернету, чтобы новые технологии позволяли им работать, жить и зарабатывать себе на существование. Спасибо. Джордж Клайн меня зовут. Спасибо за организацию этого великолепного форума. О роли государства скажу несколько слов. Озабоченность вызывает у многих роль государства, и многие считают, что государство они лишь усугубляет проблемы, связанные с интернетом. Кибервойны трансграничные, киберрадикализация молодежи онлайн. Государство считается, что оно является во многом виновником этих явлений. Но на самом деле здесь скорее имеет место геополитика, и отношения между государствами являются виновниками этих проблем, а не сами государства, как бы не сами правительства. То есть сегодня мы являемся свидетелями фактически расширения НАТО. Многие говорят о том, что новая волна холодной войны наступила. И многие считают, что во многом все эти негативные явления являются результатом возникновения или использования новых технологий. Но на самом деле не столько технологии виноваты, сколько действия отдельных государств в таких странах, как Ливия, Ирак, Сирия.
Интернет, он служил как бы лишь инструментом этих правительств. Но обвинять во всем технологии тоже не совсем правильно. В конце концов, социальная обстановка в наших странах, безопасность зависит в том числе и от государств. Так что, но при этом государство не является единственными игроками. Важно также учитывать и действия других заинтересованных сторон. Спасибо. Аня, есть ли у нас кто-нибудь онлайн? Я зачитаю комментарии от интернет-общества в интересах кибербезопасности. В этом году я участвую дистанционно и представляю техническое сообщество по кибербезопасности. Мы стремимся сделать так, чтобы интернет был безопасным для всех. При этом здесь важно опираться на усилия всех заинтересованных сторон, партнеров, хотя бы для того, чтобы выработать лучшее понимание тех проблем, которые существуют в этой сфере. Проблемы эти обсуждаются на различных международных мероприятиях, таких как форум, на региональных мероприятиях также, и это, несомненно, правильный подход, нужно продолжать эту работу. Спасибо. Спасибо. Ребекка Кроссбей, я представляю религиозное сообщество. Я работала некоторое время назад в странах Черной Африки, и помню, как трудно нам было работать в этих странах, потому что не было у нас возможности, например, позвонить домой, сообщить о себе родным, близким. Нам приходилось постоянно клянчить соответствующие услуги, выпрашивать у банков, у международных организаций, чтобы сделать это, потому что связь очень дорогая, инфраструктуры не было. Так что у нас были большие трудности, связанные именно с этим. С тех пор ситуация изменилась, есть прогресс, но, с другой стороны, существует цифровой разрыв, усугубилось неравенство, не все имеют доступ к новым технологиям. И эту проблему нам еще только предстоит решить. И важно внедрить идею о том, что доступ к этим технологиям это право человека. Однако в то же время это право не будет осуществляться, если нет соответствующей инфраструктуры. И на прошлой неделе я узнала о том, что один африканский миллионер своих детей отправил лечиться в европейскую одну больницу, в европейском государстве, и что он живет в огромном особняке, чуть ли не во дворце. Но когда с ним случился сердечный приступ, ему никто не смог помочь. Он находился в своей стране, и он не смог вызвать к себе скорую помощь, потому что связи не было. Так что видите, да, что несмотря на даже сказочное богатство, если нет инфраструктуры, в такие моменты никто и ничто вам не поможет. Так что это очень важно. Большое спасибо за комментарий, Сьюзан. Я благодарю Францию, страну-организатора форума, который проходит в ЮНЕСКО. Благодарю Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам ООН. И также Чингитай и его команду за их усилия по организации этого форума. Так что форум получился действительно великолепным. 13-й форум прошел на высочайшем уровне. США поддерживают многосторонний подход, поддерживают форум, соответственно, дискуссии, обсуждения на таких форумах, многосторонних форумах. Очень ценны, поскольку они вбирают в себя точки зрения различных заинтересованных сторон, а сотрудничество между такими заинтересованными сторонами – это непреложное условие нашего всеобщего успеха в продвижении к нашим целям. И именно институты, в которых участвуют различные заинтересованные стороны, а не просто многосторонние институты, играют самую важную роль в решении тех вызовов, которые стоят перед нами сегодня. Через год мы встретимся вновь в Берлине, состоится 14-й форум.
13 лет уже работает форум, и тем самым сегодня мы можем сделать выводы об актуальности форума для различных групп заинтересованных сторон. И форум действительно актуален для них. Но нам нужно здесь повысить актуальность форума для правительства, прежде всего, и сделать так, чтобы форум действительно давал конкретные результаты. И я уверена, что нам удастся обеспечить именно это. В связи с этим я с нетерпением жду форума, который пойдет в Германии. Дух нашего форума движется на необходимости сотрудничества между всеми партнерами, участниками на основе транспарентности, с участием местных сообществ. Так что наше агентство будет и дальше сотрудничать со всем сообществом форума по вопросам управления интернет в преддверии 14-го ежегодного форума, который пройдет в Берлине. Спасибо. Меня зовут Мира Саламела. Я активист из Финляндии. Ну, сразу перейду к сути моего выступления. Такая финская отличительная национальная черта. Я считаю, что наша всеобщая цель – это сделать так, чтобы интернет был безопаснее для нас, для наших детей. И если будет больше слежки, если будет больше ограничений и манипуляций, этого нам не добиться. Я думаю, что очень важно, чтобы было понимание этого. Технологии очень быстро развиваются, многие люди интуитивно их используют, образование от этого всего отстало. Людей никто не учит тому, как учить, как использовать интернет безопасно, как обеспечивать свою безопасность в интернете, безопасность своих детей, как сохранить позаботиться о своем психическом, собственно, здоровье, которому тоже есть определенные угрозы в интернете. Как предотвращать издевательства, травлю в интернете, как научить детей, молодежь ответственно использовать интернет. Это тоже вот вопросы, на которые пока нет ответа. Интернет — это что? Это огромное количество информации, это социальные сети, это искусство и многое другое. Так что тема, которая была выбрана для этого форума, интернет-доверие, останется актуальной и в ближайшем будущем тоже. Мы должны помнить о том, что интернет — это не только технология, это также и все те люди, человеческие существа, которые используют эту технологию. Спасибо. Спасибо вам, прошу вас. Думаю, что микрофон работает, все нормально. Давайте к Марку перейдем. Марку дадим слово и прошу техников проверить микрофон. Большое спасибо, Лин. Майк Кавалу, департамент по цифровым технологиям, культуре и спорту Великобритании. Добрый день всем. От имени британского правительства хочу поблагодарить правительство Франции за организацию форума этого года здесь, в Париже. К сожалению, Давид Мартинон вышел сейчас из зала, но я также хотела поблагодарить и его за такое энергичное руководство нашей работой. Он просто несравненен, так что большое ему спасибо за это. Также благодарю многостороннюю консультативную группу, всех тех, кто принимал участие в организации этого мероприятия, и также благодарю те, кто ведет межсессионную работу, которая также является важным вкладом в работу форума. И такая работа ведется круглогодично и требует больших усилий. И несмотря на нехватку ресурсов, такая работа ведется, но об этом я подробнее скажу чуть позже. Далее. В этом году здесь собралось рекордное количество британских экспертов, которые занимаются вопросами интернета, не только из моего департамента, из других ведомств также. Всего их было 20 примерно. Также приехали эксперты из нашего регулирующего ведомства, что свидетельствует о важности тех тем, которые обсуждались здесь. Поэтому как раз
наши политики посчитали необходимым переехать сюда и принять участие в обсуждении тех проблем, которые очень интересуют наше общество, местное сообщество и так далее. Ну, регуляторов, конечно же, и правительство само. И я благодарю представителей всех правительств за то, что они приехали сюда. Они понимают тем самым важность тех проблем, которые мы обсуждаем, важность своего участия в этом обсуждении, важность вовлечения других заинтересованных сторон с точки зрения обогащения нашего опыта и выработки более эффективной политики. Наше правительство также высоко оценивает работу многосторонней консультативной группы в плане выполнения рекомендаций по улучшению форума. Также приветствуем выводы выездного совещания ООН в 2016 году и предложения, которые вырабатываются в рамках ежегодной оценки достигнутых результатов. Это большое количество информации. Я знаю, что для того, чтобы все это переработать и переварить, необходимо много времени и усилий. Но я знаю, что консультативная группа такую работу ведет весьма успешно. Надеюсь, что эта работа продолжится. И что тем самым следующий форум, 14-й форум, который будет в Берлине, станет еще более успешным, чем нынешний форум. И я также пользуюсь возможностью, чтобы поблагодарить правительство Германии за то, что будет организовывать форум в следующем году. Согласен с Лин в том, что касается ее призыва, поддерживает призыв к правительствам. С тем, чтобы найти желающих организовать форум у себя, в своей стране. Важно, чтобы этот форум проводился не только в европейских странах, но мог, что называется, обойти весь мир. Так что я за ваш призыв. Кроме того, специальный целевой фонд ООН нужно укрепить. Важно, чтобы пожертвования туда шли, средства, чтобы туда шли. Иначе мы не сможем укреплять форум. И, кстати, мы вот, например, свой взнос сделали уже в этот фонд. Но этого мало, нужно больше средств. В особенности учитывая очень важную межсессионную работу, которая ведется между сессиями форума. Секретариату нужны соответствующие средства, ресурсы. Аня, например, проводит огромную работу между сессиями. На это нужны ресурсы. Это призыв, кстати, не только к правительствам, но также и к частному сектору. Нужны деньги. Так что я неустанно буду об этом говорить, в том числе и в беседах с моим правительством. Ну, я вижу, что вышел за рамки регламента. Прошу прощения. Да, вышли, но я не хотела ни в коем случае вас прерывать, поскольку вы призывали укрепить финансовые ресурсы форума. Добрый день, Бенита Деминко из Демократической Республики Конго. И я работаю над вопросами расширения инклюзивности новых технологий, интернет на африканском континенте. Многие говорят о том, что доступ к интернету — это право, и даже право человека. Моя страна является страной-членом ООН, ЮНЕСКО. В африканских странах население платит очень дорого за интернет. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы обратиться к ООН, к ЮНЕСКО, более плотно поработать над этой темой, чтобы решить проблему массового отключения интернета. Потому что такое в наших странах происходит постоянно, что затрудняет наш доступ к информации и ограничивает наши права и свободы. Спасибо. Спасибо. Прошу вас. Добрый вечер всем. Хочу поблагодарить прежде всего госпожу председателя Чангата и его команду, консультативную группу, ЮНЕСКО, Францию. Я являюсь исполнительным секретарем форума по вопросам управления интернетом в Республике Чад. Хочу сделать несколько предложений и рекомендаций.
По поводу... национальных сетей и мероприятий, которые проводятся на национальном, региональном уровне. Считаем, что это тоже очень ценные мероприятия, но им нужно обеспечить соответствующую финансовую поддержку. Знаем, что есть целевой фонд ООН, и, возможно, можно было бы использовать его в этих целях. И такая поддержка действительно стала бы для нас очень ценным подспорьем в организации этой работы. Далее, по поводу роли молодежи. Я помню, что в Мексике мы уже говорили о вкладе молодежи в процесс управления сетью интернет. Молодежь — это действительно, за ней будущее, это лидеры будущего. И мы уже рекомендовали многосторонней консультативной группе разработать небольшую, может быть, программу повышения осведомленности молодежи, чтобы вовлекать более плотно молодежь в работу форума, школьников, студентов, представителей местных сообществ, опять же. Но в том, что касается семинаров, воркшопов, вы знаете, там все на английском языке. Стоит зайти на сайт какого-нибудь семинара, и там сплошной английский. А вот мы здесь говорим о языковом многообразии. И было бы хорошо в связи с этим, чтобы семинары проводились на всех 6 языках ООН. Ну, еще одна рекомендация по поводу реструктуризации форума и обеспечение, в частности, питания во время форума. Считаем, что необходимо, чтобы питание было бесплатно во время форума. И хочу также поблагодарить секретариат форума за его работу. Работа была проделана огромная, так что, надеюсь, секретариат будет и дальше работать также эффективно, и нужно ему оказать всецелую поддержку, в том числе финансовую. Спасибо. Что же, мы подходим к заключительным нашим выступающим. Спасибо вам за терпение. Вы дождались своей очереди. Меня зовут Камила Лейтен. Я занимаюсь исследованиями в университете БАТ в Соединенном Королевстве. Мы много говорим здесь о доступности, о представлении интересов всех групп. Однако важно помнить о том, что мы все являемся членами одного сообщества. Сообщества, которое... которому в чем-то повезло, потому что он знает о существовании форума. И в то же время это сообщество прекрасно знает и понимает концепты, связанные с управлением интернета. То есть это сообщество экспертов. Многие критикуют форум за отсутствие конкретных результатов. Что это могут быть за конкретные результаты? Это могут быть публикации, какие-то документы, исследования. Но при этом многие забывают о том, что поскольку публикуются соответствующие отчеты, значит, уже есть какие-то конкретные результаты. Это, во-первых. Но, во-вторых, все-таки форум он ценен еще и потому, что это площадка для дискуссий. С другой стороны, важно налаживать партнерские связи между форумом и различными группами интересов, которые пока еще не вовлечены в работу по управлению интернетом. Или участвуют в этой работе, но не очень интенсивно. Почему бы не подключить, например, представителей научного сообщества, адвокатов, юристов к нашим дискуссиям? Всех тех, которые, может быть, вообще даже пока не знают о существовании нашего форума. Ведь у них могут быть очень ценные идеи и замечания. Они могут приехать, изложить их здесь и для себя подчеркнуть что-то новое из того, что говорят другие эксперты, вернуться домой и там эти идеи внедрить или обсудить их со своими коллегами. Вот о чем хотела сказать. Большое спасибо.
Спасибо. Генеральный секретарь говорил о философах, о социологах. Действительно, я думаю, что такое расширенное участие многими бы приветствовалось. Я из Соединенного Королевства, представляю интернет-сообщество. Зовут меня Итан. И на самом деле форум — это действительно площадка для диалога между всеми участниками, всеми заинтересованными сторонами. И в связи с этим разочаровало меня вот что. Из-за того, как устроена работа форума, как это все устроено, в каких залах это все проходит, мы в один зал просто не смогли войти, не влезли туда. Настолько он был забит. Набит, битком был. И очень было жаль, на самом деле, потому что мы очень хотели поучаствовать в этом мероприятии, в этой сессии. Я забыл, собственно, что это была сессия, но мы действительно очень хотели туда попасть. И, на самом деле, мы неоднократно сталкивались с такой проблемой здесь. Так что нужно программу, может быть, более эффективно выстроить, чтобы были залы, были помещения, чтобы все желающие могли принять участие. Ну и еще один комментарий по поводу участия, собственно. На некоторых воркшопах вообще не было возможности выступить и высказать свою точку зрения. И меня это очень разочаровало, на самом деле. То есть, опять же, нужно более эффективно все это организовывать, чтобы была возможность высказаться у экспертов, ну и представителей других сторон тоже. Потому что вот я лично не смог выступить везде, где мне хотелось бы озвучить свою точку зрения. И в большинстве случаев онлайн свою точку зрения высказывал. Большое спасибо. Мы очень выбились из графика, так что на этом... Последний у нас остался спикер. На этом мы микрофон закроем. Я из Австралии. Спасибо за возможность выступить. Благодарю правительство Франции за организацию этого мероприятия. Большие организационные усилия были положены на его организацию, это понятно. Я впервые участвую в форуме. И, участвуя в этом форуме, понял, что нет у нас незначительных игроков, незначительных сторон. Все они важны, и их нужно все учитывать. Открытый интернет мы здесь обсуждаем. И я, слушая президента Макрона, вот о чем подумал. Можем ли мы сохранить открытый интернет, и все, вводя регламенты, вводя нормы и ограничения? Нам предстоит провести тонкую грань между суверенитетом, регулированием и открытостью интернета, и содействием инновациям. Вместо того, чтобы множить правила, лучше нужно расширить возможности граждан. Зачем нужно будет регулировать, например, фейковые новости, если мы дадим возможность гражданам, вооружим их способностью анализировать информацию, которую они понимают? И мы должны построить интернет доверия. Для этого нужно, чтобы граждане верили бы организациям ООНовским, верили бы правительствам. Но нужно, чтобы были основания у людей доверять правительствам. Правительства должны заслужить такого доверия. Различные спецслужбы должны прекратить свою деятельность, которая как раз это доверие подрывает. Как говорили коллеги, именно с этим связаны многие проблемы, которые мы сейчас обсуждаем. Часто проблемы эти вызывают именно государство. Мы должны бороться с такими явлениями, как усугубление национализма, который поощряется в некоторых странах, таких как США. Мы должны сделать так, чтобы доверие могло воцариться и в системе ООН, и в мире в целом. Спасибо. На этом завершается наша сессия замечаний. И несколько слов, подводя итоги. Мы, естественно, берем на карандаш все то, что здесь говорилось, и
будем использовать всю эту информацию. Естественно, наша задача прислушаться к голосу сообщества. Сейчас слово моему соседу Дженетаю. Да, хочу лишь поддержать. Лин, мы действительно взяли на карандаш все ваши замечания и будем учитывать все это при подготовке следующей сессии форума. А теперь начинается последняя часть этого заседания. Мы должны послушать заключительные выводы. Я хотел бы пригласить к микрофону министра Манжира Нафиби. Франция. Спасибо, уважаемые господа, спасибо всем за участие в этих мероприятиях в Париже последние несколько дней. Для меня большая честь закрывать этот первый парижский форум по управлению интернетом. Тем больше это честь, что вы вчера смогли принять участие в выдающемся событии, мероприятии, которое... Это новая жизнь, которую мы вдохнули в то, каким может быть управление интернетом. Это новый взгляд на управление интернетом. Управление справедливое, эффективное и достойное доверия граждан. Именно на это взял курс президент Макрон. Именно об этом он напомнил в своем выступлении здесь в понедельник. Эта мысль звучала здесь, в этих стенах, и не только. Мы с вами это все обсудили, и не раз. Иногда мы обсуждали проблемы страстно. Мы все понимаем, что вопросы, то, как будут решаться вопросы управления сегодня, определят лицо интернета в будущем. Мы убеждены, что если правительства будут сидеть сложа руки, ничего хорошего из этого не получится. Правительства просто не могут сидеть сложа руки перед лицом всех тех проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Настало время засучить рукава и взяться за дело. И президент Франции определил два посыла для управления интернетом. Во-первых, регулирование должно быть разумным. Вы правильно говорили о той тонкой линии разграничения между суверенитетом и свободой и регулированием. Это одно. И второе – это открытый многосторонний характер процессов. Президент Франции говорил о том, что Франция отстаивает инновационный характер регулирования. И то регулирование, за которое мы ратуем, это не регулирование прошлого, регулирование вчерашнего дня, основанное на затхлых рецептах. Это регулирование не есть ограничение всех и каждого, слепые наручники, стены, которые мы поставим на пути тех, кто будет идти в интернет. Регулирование, которое предлагает Франция, это регулирование по-новому, основанное на целях, на ценностях. И нам нужно построить это регулирование общими силами здесь, в Европе. Тим Бернерс-Ли предложил контракт в интересах интернета, и на саммите в Лиссабоне было предложено эта инициатива. Мы запустили еще одну инициативу полгода тому назад, направленную на то, чтобы все участники процессов, идущих в интернете, приняли участие в решении общих проблем. И учитывая цели, представляющие общий интерес, мы понимаем, что регулирование должно соответствовать интересам всех граждан. Необходимо, чтобы все участники процессов осознали свою ответственность, и чтобы регуляторы также знали свое дело. При этом необходимо обеспечить столь очевидно отсутствующую сегодня транспарентность. Нужно использовать все возможные инструменты, если они соответствуют поставленной цели. И все заинтересованные стороны, и прежде всего гражданское общество, должны внести вклад в определение целей.
Причем делать это надо и на европейской площадке, и на общемировой площадке. Но регулирование предполагает сознание ответственности. Попустительство, собственно, которое лежало в основе наших действий до сих пор, проявило всю свою несостоятельность. Такая безответственность ведет к тому, что правила не применяются, чрезмерно расширительно толкуются и в результате становятся ударом по демократии. Мы должны вместе с вами определить тот третий путь, по которому мы пойдем. Президент Макрон говорил о том, что одним из приоритетов является борьба с риторикой ненависти, с антисемитскими, с российскими высказываниями и, конечно, с незаконным контентом. Но это не должно... Свобода интернета не должна рассматриваться как всеядность в плане контента. Если мы действительно придем к соглашению, а мы пришли к соглашению о том, что именно такой подход нужно применять, нужно переосмыслить само понятие многостороннего подхода, мультистейкхолдеризма. И форум по управлению интернетом опирается на объединение усилий и учет интересов всех заинтересованных сторон. Это суть форума, это, собственно, суть интернета. Вовлечение частного сектора, гражданского общества обеспечивает соответствие наших решений развитием технологий, интересам прав человека, тех целей, которые преследуют лица, действующие на цифровом поле. Франция более чем когда бы то ни было планирует поддержать многосторонний подход на форуме тем, чтобы решить структурные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Такой открытый подход, призыв Франции к обеспечению безопасности в киберпространстве, как мы надеемся, укрепит международное сотрудничество и нашу общую возможность, общую способность не допустить атак. Вчера я подписал декрет по устойчивым инициативам, который позволит поставить интернет на службу модернизации нашей демократии в интересах всех граждан. Если мы хотим действительно, чтобы наши общие правила были приняты и стали бы действенными, нужно, чтобы государства, единственные суверенные субъекты, могли бы вступить в переговорный процесс. Это требует, чтобы различные заинтересованные стороны со своей стороны размышляли бы над всей этой проблематикой и подпитывали бы своим результатами этих дискуссий, этих обсуждений, этих размышлений решений регуляторов. И не только Франция, не только Европа стоят на этих позициях. Сейчас многие государства из разных континентов поддерживают такую идею. Часто эти государства отчасти одни лишены своего суверенитета, другие, наоборот, располагают почти безграничной властью, и это недопустимо. Правительство сегодня, государство сегодня, в принципе, да, как и вчера, должны являться рупором всех своих граждан и должны прислушиваться к всем группам населения, этого мы должны добиться. И мы планируем слушать внимательно мнение всех тех, кого так или иначе касается интернет. И мы хотели бы, чтобы у Франции был голос, чтобы Франция могла принимать решения как в отношении своей юрисдикции, своей суверенной территории, так и в отношении Европы, в отношении мира. Президент Макрон говорил о том, что мы должны наметить планы на будущее в Европе, но не только в Европе, во всем мире.
что мы будем решать в приоритетном порядке на уровне форума? Ну, вы знаете, есть разные площадки, есть разные возможности обсуждать эту проблематику. Большая семерка, большая двадцатка, будущая сессия форума. Кстати, большое спасибо коллегам из Германии, которые будут форум принимать в будущем году. Будут принимать этот новый форум, молодой, помолодевший форум, более многосторонний форум, более весомый форум. И я хотела бы прежде всего отметить, что мы твердо верим в форум, и мы решительно намерены сделать так, чтобы форум этот был действительно директивной площадкой, на которой каждый из участников будет осознавать свою долю ответственности. Нас ждет непростой труд, придется пролить немало пота, но это позволит нам действительно обеспечить такое управление интернетом, которое позволит интернету двигаться в том направлении, которое мы от него хотели бы. Спасибо. Спасибо, господин министр. А сейчас обращаемся к представителям сообщества, отобранных консультативной группой многосторонней. Госпожа Ноха Ашраф Абдельбаки из организации Digital Grassroots и волонтерской программы по наращиванию потенциала молодежи. Меня зовут Ноха Абдельбаки. Я из Египта. Работаю в обществе интернета. Являюсь одним из основателей программы волонтеров молодежи и наращивания потенциала молодежи. Для меня большая честь выступать на закрытии этой сессии форума. Интернет доверия. Вот какая была тема в этом году. Это интернет, в котором представлены все, в том числе молодежь, женщины, инвалиды, другие маргинальные группы. На самом деле хотела бы сказать о молодежи, о молодых женщинах, которые сталкиваются с особыми проблемами в управлении интернетом, где доминируют мужчины. Существует площадка. Нужно, чтобы площадки как в интернете, так и в физической форме, которые были бы открыты для всех молодых людей, для всех заинтересованных сторон. Digital Grassroots – это молодежная инициатива. Она родилась в прошлом году в Женеве, на прошлой сессии форума. Же Фолос были у истоков этой организации из разных стран. И меньше чем за год мы подготовили молодых людей из 40 с лишним стран по-французски и по-английски к принципам цифрового суверенитета. Давали им советы о том, как эффективно участвовать у себя дома на уровне местного сообщества в деле управления интернетом. Благодаря сотрудничеству с разными организациями другими, такими как интернет и ТУ из гражданского общества и некоторые другие, мы организовали ряд мероприятий в Кении, Танзании, Нигерии, Южной Африке, Замбии, распространяли наши подходы, наше видение. Наши представители принимали участие в различных местных и региональных форумах по вопросам об управлении интернетом и в целом ряде других мероприятий. Мы отмечаем, что конкретные были достижения, имелись достижения благодаря участию молодежи в форуме.
Молодые люди открывают новые перспективы. Молодые люди предлагают креативные, новаторские решения. Мы, молодые люди, выражаем нашу озабоченность в связи с тем, что мало было воркшопов, например, где обсуждались вопросы молодежи. Мало воркшопов в этом году по теме гендерной и по теме молодежи. Мы подготовили петицию в адрес сообщества IGF, тем, чтобы увеличить количество молодых людей, которые участвовали бы в форуме. Пожалуйста, кто хочет, все могут подписать эту петицию. Предлагаем подключить молодых экспертов, причем подключать их на ранних стадиях подготовки программы форума. Предлагаем привлекать их к отбору тем для семинаров, воркшопов. Беспокоит нас также отсутствие программ, таких как общество интернет, которое открыто для молодежи во всем мире. Надеемся, что в Берлине будет более широкое участие молодежи, что больше будет стипендий, грантов для того, чтобы молодые люди могли, в частности, участвовать в подиумных дискуссиях. Можно сказать, что форум повзрослел, и сейчас молодежь стояла у истоков этого повзросления. Сейчас форум действительно стал многосторонней площадкой, и нужно, чтобы молодежи предоставлена была еще более широкая возможность участия. Спасибо большое за внимание, повторяет оратор на трех языках. Thank you very much. No. Большое спасибо, Ноха. Следующий оратор, госпожа Лиз Фюр, генеральный директор Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей. Этно. Ваше превосходительство, уважаемые представители стейкхолдеров, уважаемые дамы и господа, здравствуйте. К сожалению, я недостаточно хорошо владею французским языком, поэтому буду говорить по-английски. Я генеральный директор Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей ЭТНО. Представляю частный сектор как одной из составных частей форума. Мы представляем центр обмена информацией и опытом во форуме. Мы приехали в этом году на 13-ю сессию форума, которая проходила под лозунгом «Интернет доверия». Мы услышали немало слов о том, что частный сектор готов внести свой вклад в укрепление доверия к интернету и к ИКТ. Мы действительно всерьез воспринимаем эту задачу, это наша ответственность. Мы понимаем, что нужно обеспечить безопасность пользователей. Это позволяет также нам расширить круг участников. Нужно, чтобы разные заинтересованные стороны понимали всю проблематику, связанную с интернетом, и чтобы проблемы, которые встают, мы решали совместными усилиями с учетом особенностей различных стейкхолдеров. Частные компании идут на форум, потому что мы верим в многосторонний подход, в мультистейкхолдеризм в управлении интернетом. Только так можно обеспечить открытый интернет, и только так можно обеспечить открытость, откровенность и эффективность наших дискуссий, когда речь заходит о политических рамках и механизмах регулирования ИКТ.
такой многосторонний подход содействует также продолжению инвестиций и наращиванию инвестиций в благоприятные технологии, благоприятные условия для технологий. Тут нам требуется ориентироваться на четыре важных момента. Во-первых, необходимо обеспечить такие экосистемы, которые были бы безопасны, совместимы. Мы должны обеспечить поддержку пользователей при разработках новых. Далее, второе, мы должны обеспечить целостный комплексный подход политического плана, рассматривать все вопросы политики, различные варианты и опции, учитывая экономические, культурные, социальные вопросы, технические вопросы управления. И, наконец, мы должны всячески стимулировать участие всех стейкхолдеров в директивных процессах. Каждое сообщество стейкхолдеров покинет Париж, как я надеюсь, с лучшим пониманием потребностей и подходов своих коллег из других групп стейкхолдеров. Это верно для всех стейкхолдеров, и для мира бизнеса, и для технического сообщества, и для гражданского общества. Все такое взаимодействие помогает и государственным органам в полной мере понять все те возможности, все те направления, все те подходы в политике, которые оптимальны и удовлетворяют интересы всех. Очень важный подход снизу вверх, инклюзивный подход, мультистейкхолдеризм. И форум зарекомендовал себя действительно как лаборатория идей, где обсуждаются передовая практика, технические решения, вопросы и инициативы наращивания потенциала во всех группах стейкхолдеров. И такая гибкость, такая инклюзивность, такая транспарентность модели, которая используется на форуме, позволяет интернету выступать в качестве платформы для инноваций и экономического развития. Позволяет интернету быть тем, чем он сегодня является. Мы должны расширять доступ к интернету, должны обеспечивать инклюзивность. И совершенно необходимо, чтобы модель эта многосторонняя сохранялась и укреплялась. Мы приезжаем сюда не вести переговоры, но ошибочным было бы думать, что наши дискуссии здесь остаются пустым звуком и не выражаются затем в конкретных решениях и процессах. Мы приезжаем сюда, мы частный сектор, для наведения мостов с государственными органами, с другими компаниями. Например, инициатива Microsoft по авиадиапазону. Это инициатива, направленная на то, чтобы преодолеть, благодаря новым технологиям, обеспечить недорогой доступ к широкополосному интернету всем во всем мире, на всех континентах. Этот проект был инициирован в Найроби в 2011 году на форуме по управлению интернетом. Тогда представлен был первый опыт использования этой системы в одной из опытных деревень в Кении. Сейчас инициатива набрала обороты, и сейчас почти в более чем 30 странах мира этот проект уже вводится. Еще один пример. Инициатива телефоники, проект «Интернет для всех». Миссионная работа по подключению следующего миллиарда в рамках форума была запущена, направленная на то, чтобы подключить к интернету людей, живущих в удаленных районах. Это уникальные проекты, но их множество, таких уникальных проектов. И мы призываем вас широко использовать информацию об этих проектах, тиражировать эти проекты. Если мы учтем все то, что говорилось здесь, и будем распространять эту информацию, уже это станет огромным шагом вперед. И частный сектор в рамках МЭГА выдвинул целый ряд предложений по улучшению маркетинговых
шагов по рекламе того, что делается в форуме. Но на этом мы не заканчиваем. Мы должны сделать все для того, чтобы работа, которая ведется в межсессионный период и которая ведет к этим дискуссиям на площадке форума, чтобы вся эта информация была бы доступна для всех интересующихся людей. И мы поэтому выходим с инициативой всячески продвигать и пиарить работу форума. Мы можем готовить материалы соответствующие, готовы услышать ваши предложения на эту тему. Дамы и господа, бизнес-сообщество – ваш верный партнер в деле наращивания доверия к интернету. Нам ценна природа, многосторонняя природа форума. И мы считаем, что наша работа на этом форуме должна быть направлена на создание инклюзивного, устойчивого интернета, в центре которого стоит человек, с тем, чтобы мы могли использовать интернет для достижения целей повестки 2030 и целей устойчивого развития. Спасибо. Thank you very much, Ms. Fu. Большое спасибо, Лиза. А сейчас слово предоставляется следующему нашему оратору, который представляет техническое сообщество Симон Ахмед Сабир из Fiber at Home. Good evening, everyone. Добрый вечер всем. И большое спасибо техническому сообществу за то, что дало мне возможность выступить здесь, собственно, от имени этого сообщества. С огромным удовольствием работаю на форуме. Принимаю участие в многосторонней консультативной группе. Я рада отметить то, что уровень участия в дискуссиях значительно повысился, и дискуссии ведутся очень-очень интенсивные, в том числе и по техническим аспектам. Высказываются новые идеи, предлагаются решения, готовятся документы различные, и вот техническое сообщество публикует свои документы, свои отчеты и доклады. В то же время, в том, что касается программы будущих форумов, нам нужно приложить больше усилий для того, чтобы программа была сбалансированной, чтобы больше внимания уделялось техническим проблемам, технологиям, технической стороне дела. Мы понимаем, конечно, что должен быть определенный компромисс, баланс, скажем так, наших интересов с интересами других участников и сообществ. В любом случае, считаем, что необходимо сделать программу форума более сбалансированной, и мы будем следить за этим, стараться сделать именно таковой. Кроме того, важно, чтобы форум давал конкретные результаты, ощутимые результаты. Президент Франции и генеральный секретарь ООН говорили об этом, о том, что форум должен разработать какие-то конкретные практические решения. Но могу сказать вам, что некоторые проблемы можно решить быстро, предложить техническое решение, но другие проблемы требуют совсем другого подхода, глубинного анализа, больше времени, инновационных подходов. И вот с этой точки зрения как раз взаимодействие между различными сообществами очень важно. Мы на форуме и в техническом сообществе, в частности, считаем, что необходимо преподносить проблему понятным языком, чтобы мы могли понимать друг друга. Это упрощает наше взаимодействие. И важно учиться друг от друга. И, конечно же, иногда с этим возникают трудности, трудно взаимодействовать друг с другом, трудно сделать так, чтобы сотрудничество было эффективным, но мы на форуме в любом случае стараемся
стремиться именно к этому. Конечно, было бы хорошо, если бы мы могли в одночасье найти технические ответы на все технические проблемы и вызовы. Наверное, этого не произойдет. И есть целый ряд проблем, которых не решить без укрепления доверия. Так что доверие между всеми участниками процесса очень важно. Доверие к интернету в общем и целом важно. И в заключение хочу сделать акцент именно на этом. Ну, а также поблагодарить всех участников форума за их активное участие в наших дискуссиях. Спасибо. Спасибо. Следующий наш оратор — господин Моэс Чакчук, помощник генерального директора по коммуникации и информации, генерального директора ЮНЕСКО по коммуникации и информации. Ваше Превосходительство, уважаемые гости, уважаемые друзья, дамы и господа, для меня большая честь вновь принимать участие в форуме и участвовать в заключительной его части. Для меня это большая честь представлять здесь Францию, в том числе и потому, что форум проходит во Франции. Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с управлением сетью интернет, но также для того, чтобы гарантировать мир и построить интернет доверия. И, собственно, именно это является темой форума в этом году. Дискуссии показали нам, что для того, чтобы решить трудности, связанные с управлением интернет, мы должны выйти за пределы традиционного подхода, который заключается в расширении доступа к интернету и средств инфраструктуры. Нам нужен глобальный подход, который будет учитывать гуманистические аспекты, аспекты образовательные, связанные с навыками, аспекты, связанные с лингвистическим многообразием, креативностью, наличествующим и доступным контентом, и в то же время проводить в жизни такую политику, которая содействовала бы дальнейшему развитию интернета. Для ЮНЕСКО форум однозначно является одним из ключевых мероприятий, которое позволяет обеспечить мониторинг претворения в жизнь рекомендаций Всемирного саммита по информационному обществу, расширить наше понимание вопросов, связанных с управлением интернету. Мы очень счастливы в связи с этим принимать вас в штаб-квартире нашей организации, которая является центром обмена информацией, лабораторией идей. Мы также работаем над тем, чтобы продвигать лингвистическое многообразие в интернете, стараться сделать так, чтобы интернет был доступен всем и каждому, и инвалидам, и представителям коренных народов. И работаем над равенством, над гендерным равенством, и в общем и целом стараемся сделать так, чтобы ЮНЕСКО внесла свой вклад в решение проблемы доступа, всеобщего доступа к интернету. Однако в то же время ЮНЕСКО ведет постоянную аналитическую работу о роли искусственного интеллекта с точки зрения продвижения общества знаний и надлежащего управления. В этом отношении, в партнерстве с интернет-сообществом в продолжении той работы, которую ведет форум, ЮНЕСКО организует завтра открытые дебаты по искусственному интеллекту, его технологическим, этическим, политическим, социальным и юридическим аспектам. Рад пригласить вас всех на эти дискуссии, на эти дебаты. Думаю, что они будут очень конструктивными и содержательными. Дамы и господа, нам немало еще предстоит сделать для того, чтобы создать такой интернет, где права человека будут полностью защищены. Интернет доступный абсолютно для всех граждан. Принципы всеобщности интернета, его универсальности, согласно которым интернет зиждется на правах человека, должен быть открытым, доступным для всех и давать возможности для участия всем гражданам, должны стать для нас путеводной нитью в нашей работе, потому что эти принципы позволяют нам сделать так, чтобы все граждане наших обществ пользовались интернетом, чтобы он служил всем им. И форум подчеркнул следующее.
Сохраняется еще немало нерешенных вопросов, связанных с управлением сетью интернет. И мы должны помнить об этих вопросах, на которых пока нет ответа, продолжать инклюзивный диалог, продолжать наши коллективные усилия для того, чтобы сообща найти решение. Дамы и господа, в заключение не могу не поблагодарить всех участников, организаторов форума. Также хочу поблагодарить Францию за то, что она приняла форум по вопросам управления сетью интернет в этом году, и в особенности выразить признательность послу Давиду Мартинону и его команде также. В частности, благодарю Далилу Рахмуни и Пьера Бониса, с которым я был очень рад встретиться и познакомиться здесь, на форуме. Он является координатором оргкомитета. Их работа свидетельствует о приверженности правительства Франции тому, чтобы управление интернет-технологиями, информационными и коммуникационными технологиями, и также, в общем целом, переход на цифру оставались в центре программы по обеспечению устойчивого развития. Ну и в заключение также хочу поблагодарить госпожу Лин Сантамур, председателя консультативной многосторонней группы, и ее команду, а также всех тех, кто помогал наладить этот инклюзивный транспарентный процесс подготовки этого форума. Ну и, конечно же, не могу не поблагодарить команду ЮНЕСКО, Жудит, Сашу и всех тех, кто содействовал проведению этого форума в ЮНЕСКО, в партнерстве с правительством Франции. Ну, конечно же, благодарю всех участников, которые поверили в этот диалог. Потому что в какой-то момент мы стали свидетелями некоторого охладевания, что ли, сообщества к форуму. Но видим сегодня, что тенденция преодолена, что интерес к форуму очень высокий, он сохраняет высокую актуальность. И успешное сотрудничество между правительством Франции, консультативной группой, секретариатом форума и ЮНЕСКО наглядно свидетельствует о том, чего можно достичь на международном уровне, объединив наши усилия. Также хочу от имени генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле подтвердить нашу приверженность форуму, поблагодарить вас за ваше участие в дискуссиях, состоявшихся за последние несколько дней, и благодарю вас за внимание. Спасибо. Thank you very much, Moez. Большое спасибо, Моез. Ну, а теперь я передаю слово председателю многосторонней консультативной группы форума, госпоже Лин Сантамур. Я постараюсь выступить кратко. Я уже имела возможность выразить признательность в начале сессии коллегам. Сейчас хочу поблагодарить группу за ее поддержку за последние, за прошедшие годы. Мы большую работу провели межсессионную также. Работа эта была очень ценная, она стала важным подспорьем в разработке политики, касающейся новых технологий. Также мы посредством 5 рабочих групп, консультативной группы, слушали форум. Это группа по стратегическому плану, по фандрайзингу, по программе форума. Рабочая группа по селекции, рабочая группа по семинарам. На самом деле все эти участие в этих рабочих группах открыто для представителей различных сообществ. И консультативная группа будет работать в этом ключе и далее, если будет решение о том, чтобы рабочие группы продолжили свою работу. Также хочу поблагодарить секретариат за его работу. Весьма очень-очень компетентная и приверженная команда, мотивированная команда. Элеонору благодарю, Анну Луис и других коллег, консультантов, экспертов, которые активнейшее участие принимали в нашей работе, в работе многосторонней консультативной группы. Давайте им поаплодируем. В этом году нас также поддерживал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Благодарим их за эту поддержку. Без этой поддержки, в особенности поддержки Денисы Вайман, которая здесь с нами в этом зале сегодня,
Нам не смогло бы добиться того, чего мы добились. И первый раз, мне кажется, у нас начинает новая консультативная группа работать сразу после форума. То есть раньше, вы знаете, да, что состав консультативной группы обновляется после каждого форума, и, как правило, новая консультативная группа приступает к работе спустя некоторое время после проведения форума. Вот новая консультативная группа вступит в свои полномочия, начнет работу буквально сразу же после форума. Так что это тоже своего рода достижение, и я благодарю всех тех, благодаря усилиям всех тех экспертов, благодаря которым это достижение стало возможным. Немаловажных заявлений прозвучало на форуме. Как вы знаете, генеральный секретарь ООН выступал, президент Макрон. Это стало свидетельством того, что вызовы нам предстоит решить очень большие, и нам предстоит продолжать нашу работу очень интенсивно. Мы будем работать и далее в рамках нашего мандата, будем стараться добиться максимальных результатов, конечно же, в рамках имеющихся у нас ресурсов. Ну и раз уж ресурсов не так уж и много, нам нужно проводить приоритизацию и искать дополнительные ресурсы. У нас мы хотим повысить уровень участия в нашем форуме, чтобы представители правительств, причем самого высокого уровня, принимали в нем участие. Также продолжать приглашать экспертов, наращивать уровень их участия. И мы намереваемся работать именно в этом ключе в будущем. Ну и обращаюсь сейчас к сообществу. Пожалуйста, сохраняйте с нами контакт. Будем продолжать общение. На следующей неделе мы будем уже готовы вновь возобновить работу с вами, не прямо завтра, поскольку многие из нас будут еще в самолете, еще не вернутся домой. У нас хороший очень потенциал для успешного продолжения нашей работы и новых достижений. Благодарю ЮНЕСКО еще раз за поддержку. А Юдит и Сашу в особенности благодарю за их вклад в организацию форума этого года. Конечно же, я благодарю посла Мартинона, Пьера Бониса. Они тоже большой вклад внесли в наш форум. Волонтеров благодарю. Ну и представители сообщества. Молодежь, представители молодежи, представители рабочих групп. И важно, чтобы вы продолжали работать также и дальше. Будем оставаться на связи. И я уверена, что 2019 год у нас будет тоже очень интересным. Спасибо. Thank you very much, Lynn. Спасибо, Лин. Следующий наш спикер – посол Давид Мартинон, сопредседатель, представляющий страну организатора. Прошу вас. Спасибо, Чингитай. На самом деле, это будет мое последнее выступление в качестве посла по цифровым вопросам, потому что завтра я передаю бразды правления Анрию Вердье, моему другу, который любезно согласился принять этот пост. Хочу пожелать ему удачи на этом поприще и поблагодарить за его вклад в проведение нынешнего форума. Ну, на самом деле, я сейчас сделаю, может быть, в чем-то такое личное заявление, выступлю в личном качестве, скорее даже, а не как посол. Я впервые принял участие в форуме в 2013 году, 5 лет назад, в Индонезии. На Бали это было. Вот, скажу вам, что на Бали, но моя жена не любит, когда так говорю, она пришла, чтобы я сказала просто «в Индонезии». И Муэз тогда еще был тунисским кибердиссидентом, и он затем нас пригласил на тунисский форум, и тогда вот только-только состоялись
состоялись разоблачения Сноудена, так что вы понимаете, какой тогда контекст был. Затем в прошлом году, в Канаде это было, Лин связалась со мной и спросила меня, не может ли Франция провести форум этого года у себя. Я вернулся во Францию, ну и учитывая то, что форум этот уже состоялся как институт, это институт, работающий под эгидой системы ООН, а Франция очень привержена системе ООН. Считаем, что это как раз подходящая площадка для того, чтобы говорить о вопросах управления сетью интернет. Учитывая специфику форума, а что это за специфика? Это форум универсальный, всеобщий. И других таких мероприятий, наверное, нет. И как раз именно поэтому я и выступила соответствующим предложением провести форум во Франции. Предложение это было принято. И вот таким образом вместе с Пьером, Дарилой и Лин, секретариатом, стали готовиться к проведению этого форума, который, собственно, и прошел здесь, в Париже, в 3 дня. Что могу сказать в заключении исполнения своих полномочий? Я сохраняю приверженность форуму. Этот форум для нас абсолютно необходим, но нам нужно, чтобы он принял еще больший размах, чтобы у него была еще большая ответственность. А для этого форум должен претерпеть определенные изменения. Он должен постоянно эволюционировать. И, кстати, его мандат форума, именно это рекомендует ему делать. Мандат был дан форумом, Всемирным саммитом информационного общества, и мандат этот был вновь подтвержден в 2016 году в Нью-Йорке. Так вот, одна из рекомендаций этого мандата – это постоянное обновление форума. Так что форум должен постоянно обновляться, если он хочет сохранить свою актуальность, информировать мировую общественность о ключевых темах, ключевых вопросах, которые достойны обсуждения. Кстати, некоторые из этих вопросов уже ушли в небытие, как говорится, они уже не обсуждаются, зато появились новые вопросы. Президент республики 2 дня назад сказал, что государства должны будут разрабатывать регулирование, но это регулирование должно быть умным, пропорциональным, чтобы избежать злоупотреблений. Вот что имеется в виду. И в то же время это регулирование должно учитывать новшества, которые возникают постоянно в цифровой сфере. И вот эту работу правительствам должны помогать осуществлять вы, как раз эксперты в области, в технических областях, предприниматели. Именно поэтому важно дать возможность всем сообществам, всем заинтересованным странам высказаться, дать свою точку зрения. А чтобы эту информацию затем можно было как-то использовать, нужно это все записывать, оформлять в соответствующие документы, распространять их. Франция уже неоднократно выражала свою приверженность системе отношений, выстроенной на вовлечение всех заинтересованных сторон. И эта модель, чтобы она работала, да, нужно и дать такую возможность, то есть создать среду, где она будет работать эффективно, где она будет реализовываться. То есть о чем идет речь? Дать возможность заинтересованным сторонам принимать в этом участие, высказываться по вопросам определения повестки дня, например. То есть вам предстоит тоже внести вклад в формирование этой многосторонней модели, определить, каким образом организовать консультации так, чтобы они были прозрачными, эффективными, транспарентными, чтобы точка зрения всех и каждого была услышана, чтобы каждый политик, лица, которые принимают политические решения, да, вот некоторые говорили о том, что их мало было здесь на форуме, так чтобы они могли это все использовать в своей работе. И
Здесь обращаюсь уже к вам, представителям различных сообществ. Именно вам предстоит сделать так, чтобы те проблемы, которые вы обсуждаете, получили должную огласку, и чтобы ваша точка зрения была известна. Вам предстоит разработать, собственно, те правила, по которым будет играть эта многоакторная система. Потому что модель всестороннего сотрудничества у нас есть, но нам предстоит ее улучшить, сделать более эффективной. И важно также вовлекать частный сектор в эту работу. Здесь хочу вновь напомнить парижский призыв, о котором говорил президент республики. И хочу еще напомнить о том, что в том, что касается кибербезопасности, дискуссии лишь только между государствами недостаточно, потому что цели перед нами стоят многогранные. Мы хотим запретить все или исключить отдельные практики. И это возможно только если помимо межгосударственного диалога будет также диалог между частными игроками. И вот только так мы сможем создать надлежащие нормы. Парижский призыв был опубликован 2 дня назад, и уже более 50 государств подписались под ним, более 200 предприятий, более 200 организаций гражданского общества. Это беспрецедентно. Никогда еще многоакторная инициатива не получала такой немедленной всеобщей поддержки. Ну, а форум должен продолжать свою работу, работать в соответствии с парижским призывом. Этот призыв направлен на то, чтобы изыскать такие модели сотрудничества, которые позволят нам бороться с хакерством, с киберугрозами, с распространением фейк-ньюс, которые несут в себе огромную угрозу для демократических обществ. Это очень важный призыв. Призываю вас следовать ему, пользоваться этой возможностью. Кто-то говорил о том, что важно расширять участие государств, компаний в форуме. Я убежден, что это абсолютно правильное направление. Но для этого необходимо принять конкретные прагматические меры. То есть нужно сделать так, чтобы у каждого имел возможность принять участие в этой работе, каждый нашел свое место под солнцем, как говорится, и мог сыграть свою роль. В заключение хочу еще раз поблагодарить всех вас за работу, всех участников, за участие, за их вклад в наши дискуссии. И я на своей будущей должности буду продолжать работать, в том числе над, например, тем, как привлечь различные сообщества из различных стран к решению этих проблем. И, например, из такой страны, как Афганистан. Я знаю, какое мужество должны были продемонстрировать представители афганского гражданского общества, чтобы прибыть сюда. Большое за это спасибо. Большое спасибо, Дэвид. А теперь я приглашу сюда оратора из страны, где пройдет форум в следующем году, доктор Даниэла Брёнструп, заместитель генерального директора Министерства экономики Германии. Прошу вас. Спасибо, господин председатель. Ваше превосходительство, дамы и господа, дорогие коллеги. Форум выдался поистине выдающимся. Огромное количество участников со всего мира, представителей различных групп, заинтересованных сторон. Очень интересная, сбалансированная программа. Спасибо Франции, спасибо ООН и спасибо многосторонней консультативной группе за такую оперативную, эффективную организацию форума. Всего лишь за несколько месяцев была проделана подготовительная работа. Спасибо вам за эту работу. И поздравляем вас с успехом. В следующем году форум пройдет в Германии. В ноябре следующего года в Берлине, как вы уже об этом знаете. И парижский форум — это для нас определенный стимул
собственно, провести форум в Германии на таком же высоком уровне. И мы обещаем, что последуем примеру Франции и Швейцарии. Будем вдохновляться той работой, которая была проделана здесь. Будем и дальше задействовать потенциал всего сообщества форума, опираться на их мотивацию, приверженность нашему общему делу. И в конце концов, это важно еще и потому, что форум, по сути своей, зиждется на многостороннем сотрудничестве и вовлечении всех заинтересованных сторон. Наша общая цель – это сделать так, чтобы интернет был истинно глобальным, безопасным, свободным, открытым, чтобы там не было цензуры, чтобы он не использовался для пропаганды. И мы в следующем году сделаем все от нас зависящее, чтобы собрать представителей всех заинтересованных сторон со всего мира в Берлине. Ну и не в последнюю очередь, конечно же, представителей южных стран. Дамы и господа, для Германии большая честь принимать у себя форум 2019 года. Мы глубоко верим в форум, в многосторонний подход. Для нас этот форум является самой главной действенной площадкой для диалога по будущему интернета. И я очень горда тем, что представляю сегодня Германию. Приглашаю вас от имени моей страны принять участие в форуме, который пройдет в Берлине. Берлин – это великолепное место для проведения форума. Те из вас, кто уже там побывал, наверняка об этом знают. Ну, а кто не знает, откроют для себя это в следующем году, я в этом уверена. Берлин – это очень космополитичный город. Там огромное количество людей из разных стран мира, из разных уголков света. У каждого из них свой опыт, свои знания, свои таланты, свои идеи. Все они готовы вкладываться в наше общее будущее. И мы считаем, что действительно Берлин – это великолепное место для того, чтобы эти идеи представить и продвинуть. В ноябре 2019 года форум и все сообщество многостороннее соберутся в Берлине, чтобы придать импульс новым идеям, направленным на то, как урегулировать самые неотложные вопросы, связанные с управлением сетью интернет. Увидимся все в Берлине в следующем году. Наш веб-сайт уже практически готов, наш www.igf2019.berlin. И также будет у нас аккаунт в Твиттере. Ну, а теперь небольшой фильм. Вот он, по идее, уже должен начаться. If a president of a country has to call the owner of the internet, who should he or she call? There's nobody. But it doesn't mean that there are no rules. We have a social problem that is associated with the use of these media, and we have to educate people. Offline human rights and fundamental rights should be the same in the online world. We need to remember that technology should not take away our humanity. 20 years ago, the internet was more or less a technical issue with some political implications, but today it's a political issue with a technical component. Artificial intelligence is a super powerful technology. Virtual reality, big data, criminal activities on the internet, all of those are incredibly important. I do feel that we are an adaptive society. The Internet Governance Forum will help sustain the internet and make it stronger. Everyone who has a stake in a topic that's being under discussion can have an equal opportunity. Let's keep working together to transform the internet and get it a safe and democratic space. Digitalisierung kann nur mit Vertrauen gelingen. Wir danken den französischen Gastgebern und wir freuen uns darauf, die Diskussion in Berlin fortzusetzen. Berlin is really a vibrant place, specifically the tech community and the digital community. In Deutschland arbeiten viele engagierte Menschen daran mit, das Internet der Zukunft zu gestalten.
Die vor uns liegenden Aufgaben verlangen internationale Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich freue mich auf Ihren Besuch und lade Sie herzlich zum Internet Governance Forum 2019 nach Berlin ein. So, welcome to Berlin. Many thanks. Thank you very much. Большое спасибо, госпожа Бронструп. И последний наш оратор представляет генерального секретаря ООН, господин Фабрицио Хосчайлд, заместитель генерального директора по стратегической координации в канцелярии генерального секретаря ООН. Ваше превосходительство, дамы и господа, коллеги и друзья, которые присутствуют здесь виртуально, настали последние минуты этого потрясающего мероприятия, которое проходило последние дни по теме интернет-доверия. Хочу поблагодарить всех вас, особенно тех, кто до сих пор сидит в зале, за долготерпение, которое Патрикс Ли и Грингса, я надеюсь, могли бы вас вознаградить, но, к сожалению, у нас ресурсов не хватает. Сразу хочу поблагодарить, прежде всего, поблагодарить президента Макрона за то, что он поставил нас на этот путь, выступив со своей уникальной, правительской, высокостимулирующей речью. Хочу поблагодарить Францию не только за интеллектуальное вдохновение, которое вселило нас речь президента Макрона и парижский призыв, но также поблагодарить Францию за невероятную щедрость. Здесь присутствовали не только президент Макрон, но также и министр Жан-Ив Ле Дриан, министр Мачубе, давний наш друг Давид Мартинона, посол по цифровым проблемам. Хочу поприветствовать нового посла по этим вопросам Анри Верди, а вас, надеемся, мы увидим в другом качестве, Давид. Хочу поблагодарить также коллег и друзей моих из ЮНЕСКО, прежде всего генерального директора госпожу Азулей, которая также выступила с очень внушительной речью в начале сессии нашей, ну и также предоставила в наше распоряжение помещение ЮНЕСКО и всю инфраструктуру. Но прежде всего, конечно, хочу поблагодарить от имени генерального секретаря вас, участников. 2000 участников было и даже больше здесь очно, и еще гораздо больше принимали участие в форуме через интернет из более 140 стран. Представляли все заинтересованные стороны. 40% участников здесь в Париже были женщины. Надеемся, что удастся нам улучшиться в Берлине. На дворе 2018 год. Нужно идти по пути паритета. Вы знаете, техническое сообщество грешит преобладанием мужчин. Неправильно это. Вы все коллективно представляете собой мультистейкхолдеризм, который лежит в основе форума. Некоторые противопоставляют многосторонний подход и мультистейкхолдеризм. Надо сказать, что многосторонний подход все больше и больше включает в себя многоакторность, мультистейкхолдеризм, называйте как хотите. Вот если взять Парижское соглашение, соглашение по климату или повестку 2030, все это документы подготовлены на базе многостороннего подхода и мультистейкхолдеризма. И вы стоите у истоков этого подхода. Большое вам за это спасибо. Мы приводим статистические данные, они впечатляют, но еще больше впечатляет динамика, полные залы, шум разговоров в коридорах. Некоторые залы даже вообще были переполнены, не все могли зайти, желающие.
И я, слушая дискуссии, взял себе на карандаш три основных темы. И в парижском призыве они также содержатся. Это такие моменты, как доверие, данные и этика. Доверие – это название темы форума. Глобальный дефицит доверия в странах, между странами, в отношении международных организаций. Об этом подробно говорил и генеральный секретарь. И многие, и не только он, это проблема. Недоверие к ООН также проблематично. За истекшие 3 года вам удалось глубоко распахать всю эту тематику цифрового доверия. От абстрактного понятия вы перешли к определению конкретных путей повышения доверия. Доверие растет, когда люди лучше понимают, как работают технологии. Доверие растет благодаря транспарентности, благодаря подотчетности отраслей, правительств и нас, пользователей. Доверие – это также и этика. На заседаниях, посвященных ИИ, об этом говорил совершенно однозначно. Общество, в том числе и цифровое, не может работать без доверия. Я призываю всех вас и также группу экспертов ООН по цифровым проблемам более конкретно рассмотреть возможности повышения доверия. Критическая значимость и важность данных отражена была также в ваших дискуссиях. Все страны мира, и посол Мартино, кстати, по-моему, на это намекал. Так вот, общество во всем мире ищет здравый баланс решений в области данных. Нужно обеспечить такой баланс. Данные лежат в основе инноваций и экономической динамики. В то же время данные – это индивидуальные интересы, общественные интересы. Как сделать так, чтобы можно было использовать данные, не нарушая при этом права человека? Бывает, что данными злоупотребляют, как раз попирая таким образом права человека. Как говорилось на ряде заседаний, в которых я принимала участие, данные – это нечто, это некая сквозная тема, междисциплинарная. Данные – это технологическая тема стандартизации, но также это вопрос безопасности общества, вопрос прав человека, это частная жизнь, это торговля. Все мы на наших многосторонних, многоакторных площадках думаем над тем, как решать проблему данных более комплексно и изощренно. Кроме данных и доверия, многие заседания посвящены были этике и искусственному интеллекту. Этика, наверное, самая важная тема, которая стоит на стыке технологии человечества. Многие говорят о этике на стадии дизайна. Как научить машины быть этичными? Возможно ли это? В любом случае нужны четкие указания по поводу того, как быть с независимыми самостоятельными видами оружия. Об этом говорил генеральный секретарь, призывает к запрету на такие виды оружия. То же самое можно сказать и о машинах без водителей. Это подлинная революция. Что-то тут нужно делать. Может быть, на будущих сессиях форума желательно было бы увидеть больше философов, которые помогли бы решить эту проблему. Хочу вслед за генеральным секретарем повторить призыв к тому, чтобы форум стал не только многосторонним, но также и междисциплинарным. Мы не можем работать в отрыве друг от друга, в тематическом отрыве друг от друга. Когда говорим об интернете. Управление интернетом переживает переходный период. Как многие наши институты, которые пытаются адаптироваться к развитию цифровых технологий, Генсек ООН и президент Макрон возлагают огромные ожидания и надежды на форум. В их выступлениях на открытии форума они подчеркивали, что необходимо обеспечить суть интернета как открытой площадки, доступной для всех площадки, но в то же время безопасной площадки, где гарантировались бы права.
интернет как волшебная палочка, но интернет должен быть белой магией, а не черной магией. Нужно, чтобы он помогал людям объединяться, а не способствовал бы раздору между людьми. Усилия, направленные на укрепление форума, должны служить тому, чтобы наиболее разумные и мудрые решения принимались по тем вопросам, которые стоят. Не следует поддаваться на искусственное противопоставление между свободой с одной стороны и регулированием с другой. Это неадекватная дихотомия, ей нет места. Отсутствие правового регулирования – это не свобода, это закон джунглей, это тирания, это частные компании или автократы безраздельно господствуют в мире. Поскольку мы в Париже, хотел бы процитировать одного из выдающегося французского мыслителя Лакардье, политического активиста, который был также одним из сторонников социальной революции. Он говорил: между богатыми и бедными, сильными и слабыми, хозяевами и слугами ограничивается свобода, а правовое верховенство права освобождает, раскрепощает людей. Верховенство права должно быть разумным. Соответствие международным стандартам необходимо для того, чтобы люди чувствовали себя свободными. О злоупотреблении говорили некоторые из вас, представители Азербайджана, Египта. Мы должны прислушаться к идее о том, что мы должны обеспечить гарантии, и что гарантировать свободу в интернете лучше, наверное, в некой форме, определив политику и ограничения, которые сделали бы злоупотребление невозможными. Форум может и должен сыграть роль в укреплении цифрового сотрудничества. Этим же занимается и группа высокого экспертов высокого уровня. И взаимодействие между этой группой экспертов, генерального секретаря, и форумом, взаимодействие заложенное здесь, чрезвычайно важно. Призываю всех вас участвовать в дискуссиях группы экспертов с тем, чтобы механизмы сотрудничества в области в цифровой сфере были бы более эффективными. Уважаемые господа, более 170 прошло секций, заседания, открытые главные заседания, воркшопы, блиц-сессии, неформальные, неофициальные встречи и мероприятия. Мы можем отметить великолепную работу по подготовке, которую провела многосторонняя консультативная группа под чутким руководством госпожи Лин Сантамур. Думаю, что она делает честь названию вина, а не наоборот. Мы должны также поблагодарить всех сотрудников системы ООН, работников безопасности, тех, кто освещал ход событий, тех, кто занимался вопросами коммуникации, обеспечивал участие удаленных наших коллег. Мы можем сказать о том, что на новые регионы и страны распространяется диалог. Более 110 национальных региональных инициатив сейчас в мире. Около 50 из них представлены были сегодня в Париже. Они рассказывали о своих достижениях. Большое спасибо всем национальным и региональным инициативам, в том числе тем, кто непосредственно не смог направить своих представителей. Теперь нам предстоит 14-й форум в будущем году, и межсессионная работа будет продолжаться, инновации, программирование будет продолжаться. Все это будет делаться по принципу снизу вверх, опираясь на отклики сообщества в соответствии с пожеланиями всех, с соображениями представителей разных стран, в том числе развивающихся стран. И, наконец, и это очень важно.
Мы хотели бы поблагодарить, также да, хочу воспользоваться случаем и поблагодарить от всей души доноров за финансовую поддержку, которую они оказывают целевому фонду по форуму управления интернетом ООН. Особое спасибо Великобритании за то, что обещали внести в этот фонд больше. Я под большим впечатлением был, когда ознакомился со списком доноров. Это действительно образец для подражания. Частный сектор показал себя с лучшей стороны. Но давайте будем откровенны, нам нужно больше средств. Приведу аналогию, может быть, не самую удачную, но все же приведу. Есть у нас некоторое количество средств, но форум – это орган добровольный. Например, членам многосторонней консультативной группы не платят за работу. Работники системы ООН работают по части IGF на общественных началах. Никто им за это не приплачивает. Если вы хотите, чтобы IGF рвалась вперед, как Феррари, то надо залить в бак достаточно бензина. А пока что, мне кажется, может быть, именно отсутствие надлежащего бензина в достаточном количестве не дает возможности развернуться как следует форуму. Для того, чтобы поднять перчатку, которую бросает нам будущее, нам нужны средства. Я относительно новичок на этой площадке, это второй для меня форум. Так вот, могу сказать, что учитывая ограниченность в средствах, просто диву даешься, когда видишь, чего удалось добиться форуму. Но я еще раз хочу сказать, что мы должны перейти на новый качественный уровень. И этого мы не сможем добиться без не только инъекций в форме идей, но также и вливаний в плане финансовом. Я хотела бы поблагодарить Германию за то, что она приняла эстафету и готовится провести форум в будущем году у себя в Берлине. И надеюсь, что нам удастся лучше обеспечить представленность, паритет. Очень интересно все это будет в Германии. Надеюсь, что потом нам удастся все-таки переместиться и на другие континенты. Но не хочу затягивать свое выступление. В заключение хотел бы пожелать вам счастливого возвращения по домам и надеюсь, что увезете с собой заряд вдохновения. Надеюсь, что вам было приятно находиться в этом замечательном городе Париже, благодаря, в частности, такому замечательному, щедрому приему, который нам оказали организаторы. Спасибо. Большое спасибо, заместитель генерального секретаря. Ну, в заключение напомню, что на верхнем этаже проводится прием. Прием организует Германия, будущий наш организатор. Я хотела бы поблагодарить также операторов за работу тех, кто... Поблагодарить сценографистов и благодарю всех за терпение. Ожидаю теперь сотрудничества в межсессионный период и на будущий год. Надеюсь, увидимся в Берлине. Спасибо.